Так. А что? Простите. Ладно. А, в ней. Так, давай вот это поставим. Ну, здесь, короче, мы с большим блайндом Я поставил маленькую на флопе. Теперь будем ставить уже большую. Забрали, да. Там у меня еще туз дама на ББ раздали. Там у двоих туз король. Хорошо, что я там посанул при флоп. Тыкс. Вроде все запущено, да. Мне пока сложновато. Блин, король, конечно, не очень хороший рано, вот еще и крестовый. Здесь можно пасовать. 50 откатал, перекусил их к нам. Молодцом. Не, я не перекусывал. Только кальян сделал. Но там дела доделал некоторые. Перекусить не успел. Так, все работает. Признавайтесь, честно, работает. я не понимаю у меня у на меня трансляция не запущена показывает Понятно. Короче, у меня начало там обрезалось. Минута две, наверное, обрезалось, да? Проверим. Когда он запустит. Что происходит? Да, я не знаю, что там обрезалось, что не обрезалось. На Ютубе трансляция сразу не запустилась. Плохо. Так, я не знаю, ну, типа, я показал вам турик-то вообще на Ютубе. ele ele abрезou isso тоже. é вопрос Короче... Сейчас, ладно, давай я вот этот стол покажу. С тузиками. Пам-пам-пам. Давай пуш. Это же нокаут турнир, да? Ее. Yeah. Давай кол. Нет, не хочешь. плюс нокаут. Изи каточка. Короче, если не показал, вот, ребят, вам надо включить микро, надо включить, чтобы приватные показывались. Вот на грани Турни за ну, 200 баксов стоит вход бакс. 200 баксов добавочных, естественно. Уже 100 человек зашло. Если что, вот кто хочет поиграть, Хомочку, приходите, через 40 минут начнется, пока играем то, что играем. Смотрим. Да, это понятно, то есть вы смотрите, я это говорил с задержкой же. У меня почему-то галочка отжалась автоматическая запуск трансляции. Даму король закрылись. Не закрылись флеши, которые он мог протягивать, по идее. Ну, он даму король, короля мы блочим, да. Конечно, может быть, допирать типа, там, туз 7, туз 2, да, которые все туза купили. Но мы, наверное, должны здесь откалывать, с учетом того, что мы блочим даму король, с учетом того, что флеш не закрылся, поэтому... Ну, и нижний стрит тоже... А, ну, ну, там мог быть какие-то, да? То есть восьмерки, девятки, там 10, 9, 10, 8, валет 8. Что-то такое. Скажи пароль на турнир. Пароль на турнир указан в названии прям на трансляции. Что на Ютубе, что на Твиче. Андрей, пожалуйста. Э, скажи, подскажи, пожалуйста, один 11 баксов. Сейчас. 11 баксов без депа дают просто за регистрацию твой промокод? Нет, мой промокод не участвовать никак в этом бездепозитном бонусе. И бонус не за регистрацию, а за верификацию аккаунта. То есть регистрируешься, нажимаешь кассы, нажимаешь моя информация, там вводишь все данные. Это нужно, чтобы проверить, что ты там в первый раз регистрируешься. Вот. Существует вероятность отказа также. Белорусам бонус не дают. Вот. А мой промокод нужен, чтобы участвовать. Ну, поддержка меня и участвовать в турнирах от меня. Вот, допустим, сегодня у нас турнир для всех, неважно, там от меня зарегался или не от меня, но в предыдущую пятницу и, допустим, в следующую пятницу будет пароль, ой, будет турнир без боина на 300 долларов, то есть фриролл бесплатный для тех, кто зарегался именно от меня и наиграл 1 доллар рейка за последние 30 дней. Как-то так. Так, сейчас, сори, из-за вот этой неполадочки в начале, блин, все испортилось. Спасибо за эти два камерон. Сегодня на первом стриме очень много смешных перепалок. Да, довольно забавно было. Мне тоже нравится этот взводец. Примец веселый получился. Я не знаю, куда мне надо еще указывать пароль, чтобы, ну, типа, его прочитали. Название же уже указан. Куда же еще? Вот, сам турнир через 36 минут уже стартует. Вот. Сегодня играем стандартные наши лимиты. Да, типа от 5 до 20 долларов. Но он на мой залет все равно не выкинет. Поэтому... Что тут? Чел тайтовый можно попробовать поставить. Может, заберем. Ты будешь с нами катать? Естественно, награда за мою голову 20 долларов. Поэтому я буду катать. Однозначно. Как быстро депозит приходит. Ну, мне кажется, депозит моментально должен приходить. Я не помню уже, если честно, давно не допал. Но вроде как сразу. В течение минут трех. Так, надо в это вникать в игру. Ой. <рёжу> в прошлый раз, по-моему, у нас не очень хорошо. Блин, прошлый стрим еще достаточно давно был. А там пару дней перерыв был. А вот сегодня играем, завтра играем, в воскресенье посмотрим. Сегодня, завтра точно играем, но ну, в воскресенье, скорее всего, тоже я не уверен. В воскресенье, скорее всего, тоже играем. Вот сегодня, наверное, подольше, чем обычно, что-то последние стримы там э, достаточно короткие были. Вот. Сегодня там загрузим. Там обычно еще есть, по-моему. Ну вот в 20.00, да, ГГ Мастер за 25 тоже баунти. Тоже зарегаем, скорее всего. Прям не знает, что 11 баксов никому не дают, так что не ведитесь, это развод. Ну, можно тебя забанить. Конечно, ладно, я не буду. Но уже миллион человек в чате отписали, что им дали. Бонус-бонус дают по процентов 60. Остальные отказы, да, около 30 процентов отказов есть. Это не значит, что никому не дают. Не дают, э ну, бывают какие-то, конечно, ошибки. Да, типа чел, там, ну, честный, ему не дали бонус, но в большинстве случаев это такие челики, которые, типа, зарегались на себя, получили бонус, идут регать на жену, идут регать на тещу, на бабушку, на дедушку. Их проверяют, ага, пишники тоже те же самые, там еще что-нибудь. Вот, и, собственно, получают отказ, такие, ну, все, бонус, это, конечно, развод, бонус не дали, эм, всем не будем... Турнир для всех, да, турнир для всех. Вот это турнир для всех по паролю за доллар. Так, ладно, включаемся в игру. Ребят, отвечайте, пожалуйста, ну, кто знает, допустим, какой пароль, меня спросили уже десятый раз, хотя пароль названия указан. Я уже сказал об этом пароле 500 раз примерно. Так. Тогда готовь свою голову. Я готовлю, готовлю. Давайте, выбивайте. Сколько там уже участников? Уже 127 человек. И там еще поздняя регистрация будет, час. Так что, я думаю, там нормальный замес будет. Человек 300-то точно должно поучаствовать, если в прошлый раз было там 500 входов. как турнир найти и попасть, я тоже уже пять раз сказал, блин. Я тут вообще супер попугайчик какой-то буду сегодня. Еще раз, для всех, кто подошел, нажимаете микро. Важно, чтобы приватный турнир был. И вот найдете Evil Грани 200 торни за доллар. Пароль 333666. Пароль в названии стримов указан. Турнир начнется через 29 минут в 19.00. Так, делайте ваши ставки, господа. Сколько раз я еще за стрим это повторю? Если ты победишь, кому приз достанется? Если я выиграю хоть какую-то значительную сумму, эта сумма перейдет на следующий турнир. Ну, просто я призовые сделаю там не 200, а 200. Там, выиграю 30 баксов, будет 230 призовой фонд. Логика такая. Это проще всего. Джейнерджи будет, ну, наверное, будет. Он в прошлый раз... Ой, как сколько здесь зашло? Может тоже зайдем тогда? Тоже зайдем. Такой банк сейчас стрит с флопа. Почти. Третья пара. 8 BB, кольно. Еще какого-то чела выбил Там супер странная раздача какие-то просто три беты по кд По кд, по кд, по кд Что тут происходит? Там 8, колл 8, а, колл 8. А, вот 8, колл 8! Твою мать! Это двусторонка у этого... Этому только гадшот был? Так... Такой стек, что, наверное, проще запушить. Да, тут у всех. То есть 3 бета бессмысленно. Пока держимся, но очень плохо. 50 на 50. По флопу. Нормально. Но реально по флопу было 50 на 50. Нормально удвоился. Еще раз 30. А это ставки, сколько раз я скажу. Хорошо, что они спрашивают, как какать. Ну, девятку бы не чекали, да? Можно попытаться шестерочки что-нибудь забрать, добрать. Флоп не совсем наш. Конбет не выбросил, поэтому дальше выпендриваться с собой не буду. Ну, мы сами блочим, да, флеши недоехавшие. 7-8 есть какие-то, которые не закрылись. Чел там такое, типа, забавный. Ну ладно. 7-8, конечно, могут быть, но это что-то такой сайзинг супер жесткий. Ладно, ладно. Ну я что-то такой, типа, ну не должны же чекать девятку на ривере. Видимо, чекнул. Там прям супер нагло какой-то был добор. Не знаю, не добор. Что это такое было? У чатку гранику и, надеюсь, увидимся за одним столом. Будем надеяться. Через 20 минут стартует турик. Вот так! взбодрились. Ку тоже играет за 5.25, третьим иду. Ну-ка посмотрим. Царикс! Смотри, уже 5 баксов ноками набил, 190 блайндов. Хорош! Давай, будем ждать тебя на финалке. Я проверю, Мари, не сливайся. <с 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 Три беты снова. Чела 20 блайндов, он три бетит. Блин, я замолкаю, что-то вообще просто туплю. Я не знаю, покер запускаю и сразу такой, типа, залипать начинаю во все эти экраны. Ложновато дается. Здесь чел пушит 7 блайндов. Хорошо, что здесь два паса. Монеточка. Ничего не купили. Из вей, да. Я тут еще заколил. Блин, обидно, так-то могли еще ног сделать. Че, будем по червовой троечке забирать? Ну по троечке-то будем забирать? Не будем? Ну кул. Может быть и не будем. Вот тут тоже троечки другие. А, 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 сюда, по троечке. Не по червовой. Хорошо, что черва не пришла. Не забрали бы. Вот, это хорошая. Ну просто кол, может быть, этот репушнёт. репушнет. Поедем мы в тривей. Достаточно хорошая, чтобы давай только не валеты Дама спасает. Это стрит собрал. Этого спасает только восьмерка. Это дама. <связываем> а -а Достаточно хороший, чтобы кол нажать. В итоге восьмерочки хуже всех забрал. Там восьмерка была на дележку и дамы на победу. То есть шесть аутов было, чтобы не проиграть. Но не пришло, конечно. Так. А... Ну, давай запушим. С чего можно реинтри сделать? Тут роллинг какой-то. Да, две крести. Понятно классика это не смешно это немножко не смешно так Весело-весело живем. Ну, за ног придется репушить. Давай еще тузы покажи. Король 6 разное это заколил? Но мне главное этого вы... понятно. Туза или шестерку? Ой, туза или десятку. Начало бодрое. Это ну, то есть... О. Здесь, во-первых, весело. Во-вторых, вот здесь тоже. Зашел четвертым, да, на ББ. Две пары словил. Ой, там тузы раздали сразу же. После этого. Понятно. Там с дамой два проиграл. Фулхаус собрал. Там потенциально могут быть какие-то восьмерки, да? Ну, здесь на 30 блайндов, наверное, не поедем. Такой. Стрит и флеш собрал. Ну, можно было, конечно, здесь пасовать. Я уже не стал. Так. Сейчас буду смотреть, что регать. Daily Special за 10 стартует, через 12 минут зарегаем его. Ну и там баунти за 11 и за 5 наши стартуют тоже. Пока. Пока, значит, надо вот так вот включить. Обезька зависла. Так, ладно, надо это. Все, забыли, забыли, забыли. Все ок, да? Так, блин, на старзах. Блин, я не хочу сейчас старзы грузить, потому что они автоматически столы не расставляют. Мне надо все переделывать эти. Убирать. А, ну, в принципе, в Daily Special можно реентриться. Давай зареентримся в Daily Special за 5. Он же только начался. 50 блайндов дают нормально. Но пока я тут оставлю стол. Фу. Это до этого он 7 блайндов, да, пушил, когда я проиграл. Главное, чтобы вот этот не зре Много чего меня спасало. Толку от этого мало. Так, Грань, привет, видел твой пост про танковую медийку. Много хороших идей подкинули, когда нам ждать твоего камбэка в танках. Ну, не то чтобы прям очень много, но я планирую типа к декабрю в хорошую форму прийти. То есть, ну, сейчас октябрь заканчивается, да, ноябрь начало всего. И к декабрю, думаю, должен я Hmm. <sighs> Ладно. Так, я что-то опять замолкаю, да, подтупливаю. У нас гадшот, попадание. Это тот активный чел. Или это другой же, это другой же активный чел. Была бы хотя бы одна бабушечка. Я бы рассмотрел, просто здесь еще один есть, да, на ББ. Ну, вот здесь вот, я думаю, кол. Попадание плюс Гадшот. достаточно хороший ранаут, чтобы просто пас отправить, да, там с другими можно было бы еще думать. Полбанка ставит, да? Пол одну. Дальше посмотрим. Надо было 3 бетнуть при флоп. Такой ситуации не было. Ну, здесь, наверное, проще сдаться уже. Была бы там вот здесь бубовая карта, можно было бы еще что-нибудь там продемонстрировать. Пробовать убивать туза. Так не особо хочется. Грань, когда турик через 5 минут стартует. Да, мы 4 сбросил 2 пары. Сколько за выбивание грань дают на турике? 20 долларов. Так, а уже перерыв, да? Надеюсь, будет никак у левши с победками, но пока что именно так выглядит. Пока что выглядит реально с победками. Да, пока что прям прям чувствуется... Нагибчик. Фух. Так, ладно, через 3 минуты у нас два турика стартует. Мой и. Давай, наверное, вот это сюда уберу. Два турика. Мой и Дейлис Пошел за 10. Вот, а там посмотрим, там еще через полчаса Баунти за 5 стартует, их тоже поиграем. Uh. Рассказывайте, как у вас сегодня дела проходят у меня. Как видите, пока что не очень. Парываешься в тузы. Ставишь сверху, проигрываешь. Ну, все по классике. Классики жанра. К ноябрю должен, хотя кого я обманываю, не должен. Нет, к ноябрю... К ноябрю я только начну все это делать. К декабрю вот уже должен раскачаться. Хотя кого я обманываю, не должен, да? Нет, к декабрю раскачаюсь. У меня одна из главных проблем в стриминге, ну вообще в деятельности моей то, что, ну, если я не планирую там заранее хотя бы на неделю, то все идет не очень. Вот, то есть мне надо делать заранее расписание минимум на неделю. В таком случае ну, идет все более стабильно и хорошо. Вот, я анализировал, скажем так, все эти моменты. И вот главная проблема начинается, когда я начинаю продумывать там контент только на следующий день. То есть там вечером такой, что завтра стримить? Вот, и порой бывает такой момент, типа, что завтра стримить? Я не знаю, там, не придумал. Ладно, завтра, типа, днем придумаю, когда проснусь. В итоге я там сплю долго, пока проснусь, пока раскачаюсь, уже вечер. Такой, окей, классно, сегодня не постримил, прикольно. Вот, то есть надо заранее а вот когда я типа делал заранее с расписанием, тогда все стабильно хорошо идет. Так, этот турнир добавлю. Турнир Evil Granny Торни стартанул. Турнир за 10 баксов тоже стартанул. Ну как стартанул, рассадка идет. Так, причем, ну вот эти ребята, я не знаю, кто, там, кто от, от меня зареган, кто не отменял. У меня вот кто от меня зареган такими подписаны. Стартанул турнир, поэтому кто еще не зарегался, регайтесь. Если что, надо нажать микро, надо нажать приватный, и вы увидите этот турнир. Поздняя регистрация час еще идет, поэтому кто хочет, тот успеет. Приходите. За меня награда, напомню, 20 долларов. Создание можно будет зайти? Да, поздняя регистрация час идет. Может быть покер все-таки ко мне сегодня будет благосклонен, да? Может быть все-таки. <соспит> все-таки... <соспит> Будем что-то выигрывать. Потому что давно что-то не выигрывали нормально. <соспит> что происходит здесь? Флэш не доехал, браток. Лестрит не доехал. Пока не очень. Oh, блин, ладно, в этом турнире мне не надо переапываться. Мне надо других какой-нибудь. За 10, да или за 10. Что там, первое место, там, 2000 с лишним долларов. Можно там переапаться, чтобы прям вообще все заходило. Победочка. Спасибо. Пофигу на поражение предыдущие. Надымил здесь в комнате жестко. Кошка открыть. Пока без него. Что, парень с классными, с красными волосами сказал на тренировке? Ты про какую тренировку? Блин, что-то посмотрел твои стримы, захотел вернуть покер, это может дорого стоить. Но если ты грамотно играешь по банкролу, да, не, не лудоманишь, то все нормально должно быть. Если у тебя есть какие-то проблемы с лудоманией, то я советую тебе вообще не смотреть стримы там. за Подписаться от канала, чтобы не показывалось, ну, не провоцировать себя лишний раз. У всех, у кого есть проблемы с лудоманией, так советую сделать. Я-то все-таки демонстрирую такую игру, типа, по банкролу, да, я там. Несмотря даже на какие-то крупные выигрыши, я все равно, даже с учетом там какого-то, понятное дело, что слабого, но более-менее скилла, я все равно не лезу дорого, Поролся на четверке. Ну, там чел открывался, отребетил. Четверками в сет с флопа попал. Это я еще там не стал. На тернии ривере что-то придумывать. На ривере, конечно, можно было там изобразить туз король который у меня часто в 3 есть. Хоть музыку включи. Музыка есть на Твиче. Если хочешь музычку слушать, переходи на Твич. Ютуб музычку не любит, а музычку без авторских прав, как правило, говно. Поэтому я ее не подрубаю. Так, что, у нас тут кто-то повылетал уже? Весь 42 человека было, да, уже. Некоторые вылететь успели. Вроде реентри есть в турике. Где там? Реентри, да, неограниченное количество. Дрей, можешь получше раздавать? Видимо, нет. А он не купил. Что-то хорошее. <св> Что это за приколы? А? Ну, шестерок там никаких не должно быть. Там могут быть типа дамы, короли. Ну ладно, реентри есть, давай посмотрим, что у него. А? Плюс нокаут. Ну, реентри есть, турнир только начался, поэтому почему бы не проверить, что он там блефует, не блефует. Ну, что там было не совсем понятно, что он репит. По тузу там его дамы и короли стали плохими. Ну, типа тузы. Ну, их не особо много. Одна комбинация тузов, одна комбинация валетов. Шестерых там не должно быть. Семерки потерну только вышли, да? Он тоже не должен был придумывать на флопе. Поэтому С флэш-дроу он мог просто там чек-кол играть. Чек Рейза. Ну, теперь меня будет сложновато выбить. У нас так довольно большой. Здесь экшон намечается. Можно там будут не тузы? пожалуйста. Спасибо. Король со слабым кикером. Но ну, вот здесь вот уже можно сдаться, на самом деле. Дарили немного стакану. Ребята, где хомка будет? Она? Вот она, уже во все идет. Хомка на гг покерок. Надо нажать приватный микро, турниры и Здесь можно было сказать, почему я так сделал. Флоп довольно, довольно хороший для нас. То есть ну, у него девяток не особо, там 9-10, да, какие-то одномасные, может быть, он 3-бет колет. Но такое, типа, маловероятно. Семерок там, ну, из семерки в пароле, понятное дело. Или оверпара. Но мы бьем всякие туз-король, туз-дам, туз король туз дам туз король дама, одномастный, много чего бьем. Поэтому не давать ему покупать, это сразу Запушили. Как турнир называется? Вот он. Эвил Гранни Торни. Вот он он в лобби. Еще раз надо нажать микро. Надо, чтобы приватный был показан. Видите, ну, правда, я зареган, поэтому он не убирается. Вот. По даме заберем? Заберем. Грань, через что посоветуешь выводить выигрыш? Но большинство покеристов используют скрилл. Я тоже начал его использовать. У меня до этого не было. Я завел себе скрилл для покера. Опа, портвейн, номерок блатной. Что еще можно к трем семерочкам придумать? Я не знаю, что он, типа, карас флопа? Но, понимаете, даже если мы пятерку купим, нам ничего не даст это. Ну давай, ладно, посанем Вообще не должны особо. Я не верю особо в его семерку, но... Можно найти получше раздачу, иначе зарубишься на 100 блайндов. Ой-ой-ой, здесь какая жара. Туз, да? Туз никому не спасает. Король дама или семерки? Пятерки, блин, тоже. Я говорю, можно зарубиться на 100 блайндов, не очень хочется. Это за нокаут, если что. Проиграли. проиграли за нокаут. Рань, подскажи, пожалуйста, что такое верификация и как ее пройти на GetCrock. Смотри, вот у тебя есть лобби. Нажимаешь, ну, залогинился, нажимаешь касса. Тебя перебрасывает в браузер. Тебе надо предоставить там свои документы. Вот, чтобы подтвердили, что ты регаешься там в первый раз. Ну, ты нажимаешь касса, тебя перекидывают, там вкладка есть моя информация. Вот там все заполняй, все, что нужно. Пам-пам-пам. Четыре блайна открывашка. Нормально. Попахивает там слабой рукой, да? почему-то зареган в лором и туре грани. Он стартует еще не скоро, 22.00. Можно зарегаться. Я думаю, я к тому времени еще играть-то буду. Я сегодня планирую чуть подольше поиграть. Так, это турик за 10, если что. мне тут чуть меньше стартового. Блайндов 5 поставлю, наверное. Не забывай только вам экран переключать. от снэпчек нажал. Можно сюда 25% попасть, по поставить, вернее, пролизить. Так, ребята, насыпьте удачи. Больше. Что начинается тут, блин? Не в этот турнир, желательно в другие какие-нибудь. Так, а мы это только там ног делали, да? 3.75 на нокаутировал. Старзах как много играешь в покер? Ну, в последнее время не особо много, но я в последнее время вообще мало стримил. Ну, так, в целом, вот все, что на стримах играю, столько и играю в покер. Я без стримов не играю. Ровно как и в танке. Ну, то есть, зачем играть без стримов, если можно со стримом? все равно же я сижу за компом. Грани, поставь свой турик слева. Пожалуйста, удобнее будет смотреть. Проблем. Удобнее, так удобнее. Какая жара здесь в турике. Флэш не доехавший, а тузы. Край. Жесткие <laughs> ребята. Че тут так долго-то? Дайте я уже с король 7 зайду, свой флэх поймаю. Флэш, 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 флэш. Блин, что-то не подкручивает, один мусор раздают. Ну смотри, мне раздают один мусор, потом пару хороших раздач, все будут говорить, что подкручивают. О, все, подкрутили, да, в турнире за доллар. Это самое необходимое место, где мне надо подкрутить, где даже если я что-то выиграю, я все равно это в фонд следующего турика заведу. Король 7 мне отдали там просто, да? Бывает. 10 дамы как и были, как были стритами, так и остались. Не закрылись оба флеша, правда, мы его оба блочим, ну а что делать? Ну, рит с флопа бывает. Подкрутили, да? Отличная подкрутка. Ну, у меня почти стартовый стек. Было, правда, два стартовых. Или за 5 будем пушить. 15 блайндов. Я говорю, 10 дам мы как до этого проигрывали, так и проигрываем. Поэтому там бы оказалось именно 10 дама. Сыплю в крупный турик. Удачи, сам за 109 игра. Спасибо, тебе удачи за 109. Тузы раздали там, где только что туз король был. Четыре блайнда откроемся. <с -2> Грань поставь, чтобы турик справа так удобнее будет, пожалуйста. Так, что начинается? <свес> <свес> Вонючки, блин. Хочу хотя бы туз с в руке. <свес> No Пятерки, шестерки, десятки надо избежать, да? Сбежали, проверяй. Нет, еще один повторный ход туда я не хочу делать, спасибо. Ну вот она подкруточка, да? Вот она, она. Так, баунти за 5 за регу. Через полчаса будет баунти за 25. Баунти за 5 через 3 минуты стартует. Не знаю почему, но когда твой турик слева действительно стало удобнее. Что-то в последнее время вот, ну, если в покер играем, то вот именно так происходит почему. Почему? Вопрос. а сколько там в призах? 188 человек, да, еще 270. Там еще лимпер есть, да, два блайнда, не будем, наверное, доставлять. Задержка на стриме, да. В реальности нет, вроде. Это ловушка питерская. А, я флех бы собрал. Не поделили, да? Туз король обидно делить. Не, ну все, сразу видно, что грань подкручивает, тузы раздают. Так точно. Двадцать два у него победа на победу был на Ривере. <свят> <свят> Блин, только написал, сразу выбили. Неловко вышло. Да, это я, ну, типа, на любой этот что-нибудь, ну, типа, у меня хорошо раздали, можешь писать сразу с уверенностью, что я вылечу с этой хорошей. Да, я сегодня там пару раз впарывался в тузы, меня тузы выигрывают. Когда... Вот здесь хорошая. Я открылся, тут 3 бет, тут кол 3 бета, я кол. И такой флопчик прям, прям пушечный. Была бы четверка какая-нибудь пиковая. Теперь вообще не страшно. Ну, можно кол и доставить на ривере, чтобы он был немножко доставить. Главное, чтобы там не дамы были, да? Свалит. Кулернула. Ну как кулернул, конечно, можно было ему и не придумывать такое. Ну ладно. Ура! Мне раздали хорошую, и я не проиграл. Такое бывает? А что, а что так можно было? Не проигрывать? Я уже забыл, как это делается. Не проиграл снова, спасибо на этом. Наградную чупу пьешь, да, чупа виноградная. всех чупа чупсов самые вкусные. но ну, есть там еще, конечно, клубник со сливками, но она такая, типа, необычная. Здесь после открытия с король 10 можно, конечно, колить. Наверное, не особо хочется. Ура, блин. Вот я с валетами выиграл один раз и уже доволен, что реально не проиграл. Если бы я там увидел кор Корея семерок, я бы не удивился. Но расстроился бы еще больше. Так, ну здесь скоро будем вылетать уже, судя по всему, в своем турике, да, но я по любому реентри сделаю. Напомню, что награда за меня 20 баксов, но она, ну, только один раз, да, если я зареентрюсь, я уже не будет. Блин, Гадшотик пошел. А, нет, даже двусторонний гадшот, да, и валет и семерка нам подходит. Ну, можно одну заколить, правда, ну, типа еще. Можно здесь поставить овербет. Девятки мы навряд ли этот банк-то выиграем. Так и восьмерки у меня есть там, да, и 3 которые я просто кол сыграл. Так можно даже две пары какие-нибудь выбить такой ставкой. Ладно, играть. Можно было тут же лимп просто, да, можно было кол нажать. Стайл, да? Андрей, привет из Смоленска. Всегда смотрю тебя. Удачи и большого выигрыша. Спасибо. Смоленск, привет. Олегу Страйку. Привет. Слушай, а правду говорят? Подключим. Я понял, я выкупил, выкупил шутку. А ты хорош? Так. То дважды подряд в тузы впоролся, то дважды с тузами проиграл. Ну да, Мари, если ты два раза проиграл тузам, следующие два раза, когда у тебя будут тузы, ты тоже проиграешь. Блин, что-то не то. То есть неважно, у кого тузы, у соперника или у меня, проигрываю я всегда. Нормально поделили ребята. Стриты купили. Так-то там туз дама сильнее был, да? А, нет, туз король сильнее был. Точно там же король еще. Привет-привет всем, кто подошел. У нас турнир в самом разгаре. Поздняя регистрация еще 22 минуты. Успевайте зарегаться если не, успев... не успели еще. 335 человек уже. Ну, 335 входов было. В прошлый раз было больше входов. Но я просто там еще и турнир пораньше начал. Да, и пароль там в телеге заранее сообщил. В этот раз я чуть чуть дольше затянул все это дело, к сожалению. А так бы, может, побольше поучаствовало. Опа. Ну, мы тут просто запушим, что нам еще делать с 16 блайндами. Будем надеяться, что там ни королей, ни тузы. Потому что тузов мы выиграть не сможем, естественно, и королей. Туз-король? Туз-король еще пойдет. Мы хотя бы чуть-чуть блочим Буби уже хорошо. Спасибо. Не проиграл, снова не проиграл. Монетку, ребят, я выиграл монетку. Мне бы там сверху хотя бы выигрывать, и, и то хорошо было бы. А тут даже монетку не проиграл. С ума сойти. Я с тобой за одном ста... на одном столе в турике за 5.25, ник ТВ-70. Так, 5.25 это где? А, вот здесь вот. Я его не показываю, да, на стриме ТВ-70, вижу. Дрюх, привет, тоже играет Турик за 8.40. Удачи тебе, тебе тоже удачи, Данила. Чел с очень плохо сыграл. Тебе на его ставку Терна Полын ставить надо было. Если у него короли или дамы, Пойди Туз, Рек не отдаст стек. Так какой там стек? Ну, там а, было бы... Там было бы на... Типа на ривере... Сколько, типа, у меня осталось блайндов 20, да, банк был 100. А так, в теории, там он мог вторую пару какую-нибудь купить, например. Э, Девятку-то можно открыть, на самом деле. Ну ладно, не будем. Намерок блатной. Ну, три семерочки, да? Приди в порядок на а что там? Что там в чате не так? Особо не видел ничего такого запрещенного. Пароль дайте. Пароль написан на задней стрима. Держу в курсе. Ой-ой-ой, какая здесь жара. Тус 10, тус валет, короли. Это вот десятка спас... Ой, восьмерка спасает. Четыре аута. Это больше, чем у него было изначально. Это не восьмерка. И у этого не туз. Здесь интересно, да, у нас гадшот. Типа придет семерка, нам будет не очень хорошо, придет... Оп, да ладно, давай. 4 Вэй. Не будем придумывать. с валетами пушу, у меня 12 блайндов. Там совсем немного до призов. Надеюсь, не вылечим. Фалды. Я сейчас скажу, сколько там в призах 188 человек, а сейчас 197. разнообразил RMS с множеством камер прикольно я думал на самом деле об этом да что поставить какую-то еще камеру но я, я думал еще давно ну типа когда кот типа подрастет поставить сюда какую-нибудь лежанку ему и на нее камеру направить как вариант вот но кот все равно еще пока маленький Давай попробуем дистрибетнуть Ошибка. И он кол нажал. Окей. Я, конечно, на пас рассчитывал. Красиво. Тяжело рассчитывать на пас такого чела. Ну окей, на его поймаем в следующий раз. Так, что-то здесь блайндов совсем мало уже, да, стек вроде типа стартовый, но блайндов уже мало, да, 13 минут поздней реги, Это вот этот, дабл В прошлый раз. Окей. Okay. 9-5 скинул одномасно, естественно, на флопе. Три карты этой масти. Думаю, на его ставку можно отрейзить, чтобы там, туз король свой не поймал. Я думал о том, чтобы отрезить, да, чтобы туз король не поймал, естественно, король приходит. Такой же сдадимся здесь. Здесь прикольная раздачка. Я открылся, он 3-бетнул, Я кол, и тут флэш. Рид флэш дро. Здесь отрейзим, наверное. Надо разгонять банк, по-любому что-нибудь купим, да, там, семерку, ну, кол, естественно. 70% на победу у нас по флопу. 70%. Даже на ривере 45. По-любому что-нибудь купим, сказал я. 70 на победу, 70. Без попадания, 70 было. Ика, там, семерка, дама. О, у нас здесь шансы есть выиграть. <сум> Сколько <сум> мы там можем выиграть? 1,6 блайнда, давай выигрывать. Сейчас будем раскручиваться с 0,1 блайнда. 186 фишек можем сейчас поднять. Ой, они по 11 блайндов ставят, что-то. Что-то как-то неладно. Но они за ног мой, наверное, это делают. Да, в восьмерочку. Да он так хочет мой ног забрать, или он ч. Чё... Ну, похоже, похоже шансов выиграть у нас не особо много. Это этого вот две пары, да? Мне только восьмерка спасает. Понятно. У этого вот тоже флеш дроу было, мы друг другу блочили. А по флопу казалось, что шансы выиграть есть. Не особо. Так, ну мы ждем э, турнир за 25 баксов. Он стартует через 9 минут. Туда зарегаюсь. Большие саты играешь, в которых по 30-40-50 мест разыграть? Не, я саты не играю. Здоров, ты давно в покер ушел? Я не уходил в покер. Я просто помимо танков еще играю в покер. Ну и стримлю месяца три примерно. Ну, сейчас будет перерыв уже скоро. Что калик делать. Передохну от этих недоезда переездов. Я еще крыл его по стеку. Купил стрит, но не рад. Знаете почему? Потому что он вот такой. Ну, должен же был он с червой что-то ставить. Две пары. Ее. Yeah. Ой, везде смотрит на туз валет, здесь туз 10, здесь туз дама. Почти флеш-рояль, а короля крестового не хватает. Ну, поехали. Кек выбьет меня. Я старше. Вроде бы, да, пока что. Все еще старше. Е, yeah, победа за нами. Тут изначально мультивей какой-то был, да? У нас бэкдорный Флеш еще есть. Так не очень. Мы так и так, так и так ту с валету, ту с даме, ту с королю проигрываем. Здесь туз валет в король даму, там на 20 блайндов он поставил. Не удивлен. Че удивляться-то, да? Вот еще орет. Такой короткий стек, трибетит. Я думаю, против него можно как бы не выпендриваться, отдать просто, да? Всё, давай пятерку покажи. Показал. Уже хорошо. Да, даже десятка и валет давали то пару. Вот именно. Там Типа, восьмерка, по-моему, Десятка, валет. А, нет, или семерка. Ну, короче, типа, двусторонка. У меня 10 валет было, да? Значит, там было 9 дама. Восьмерка, король. Так. Восьмерка, король, десятка, валет, любая пика. Маутов было больше полколоды валеты в дамы так у нас перерывчик да. за 210 будешь только играть да завтра он стартует 7 вечера я буду однозначно играть так у нас перерыв поэтому я пойду на перерыв отойду не скучайте скоро приду Поздней реги в турике осталось 40, 4 минуты, поэтому кто еще не залетел, можете успеть. успел все сделать. Блин, это шестерки скинул. А, я понял. Перерыв закончился. быстренько Это принес... Рессеоныш. Правда, все равно. Я сейчас через минуту уйти в сетаут. Так, наверное, надо этот турик сюда поставить, да, за 25 поинтереснее будет смотреть. Добавь спонсорство сюда. Я не могу на ютубе, ну, на покерном канале спонсорство, у меня там монетизации нет. Я не знаю, типа, возможно ли она вообще, в принципе, на покерных каналах. А он пока орёт. Вам слышно? Я сейчас дверь закрою попозже. Чё ты так орёшь? Прибежал сюда. у тебя на стол посадить. Лазаешь. Что тут? Покер? Рассказывай, чем мне пас? Или куда? Пас, кол. Рассказывай, давай кол, да? Он обзывается, говорит, я ну бас. Это хейтер из чата, походу. Куда ты собрался бегать по Muralikai tai erdvot. минуты еще здесь потусуется я пойду звук сами от... ты орешь ты ел только недавно сколько есть вообще в тебя не поместится сколько ты ешь просто жесть и своя пузы видел огромные туда уже ничего не поместится ты его уже набил под завязку. Мяу. Холодно тебе тут? Кондер работает. Да, вот Я тут ситаут не ушел, таймбанк сжигаю. Не раздали мне. Короли скину. А, у меня было 9 блайндов. Короли скинул. Сетаут, блин, проклятые. Здесь, похоже, будем вылетать сейчас. Ну, мы уже здесь в призах, 123 место, да, до 107 будет тяжело дожить, 4 доллара дают. Попробуем выиграть. Взял короли, скинул, блин, дурак. В смысле питание выключить? Мне питание выключить. Сейчас посмотрим, раздадут. Ну, шансы есть, конечно, стрита собрать какого-нибудь, да? Девятку мне или туза надо. Судя по всему, не бубового. Девятку или туза дай. Король семь. Понятно. Я могу за закрывать здесь, да? Наверное, да. А Подожди, подожди. М банка нету. Ай. Ну что там, короли тузы? Кол, давай. Валет так навряд ли сыграют. Ну, похоже на короли тузы. король серьезно ч ⁇ реентри будем делать классно а я не могу за, за еще раз зарегаться да Пока я это сюда поставлю. Я, походу, не могу еще раз зарегаться. Там нет реентри, да? Недоступно, да. Без реентри, турик. Это просто классика жанра. Это маловероятно, мы здесь выиграем. Стрит собрал с пятерки. Ну просто с гадшот его закрылся этот. Ну блин. Кангаро. Так, давай скопируем ник. Поздравляю с 20 баксами. Я же реентри не могу сделать. Ну, мы будем дальше продолжать следить за турниром. Там как бы 170 человек еще играет. Это я просто не знаю. Ну, я думаю, сейчас буду регать. Так, я пока турнир уберу на второй моник. А, там баунти за 11 вроде можно зарегать. 19.30 он был. Все, рабочий, как бы. 55 блайндов, я его сюда поставлю. Наш баунти билдер 11. Ах. там еще баунти спешл за 21 стартует через 14 минут Что еще такого баунти хантер так это мы за 8 играем да за 5 можно зареентриться. Больше. 10 блайндов. Да, давай за 5 зареентримся. От блайндов дали. Пойдет. Ну и дальше посмотрим. Это просто жесть какая-то. Не знаю, я один это вижу. Или вы тоже это видите? Сколько у него там? 30%, да? Опять 70 на 30 проигрываю. Это жесть. Есть монетизация у других покерных стримеров? Ну, если есть, значит, наверное, можно сделать. Ну, просто я в партнерку писал, которая у меня на основном канале. Они вроде как... или не хотим делать такое, мало ли, что там. Но если есть, я бы, это, конечно, наверное, сделал. Так, я а, стоп. Поздравляю, Кангара. С этим ноком. Так. Может, мне тоже гадшоты доезжать будут? Нет. Даже не будем смотреть. Я все равно не доедет. О, Кангара вылетел. Он меня выбил и вылетел сейчас. С король. Ну, двадцатку как бы Кангара вытащил из турнира. Тоже неплохо. 7-2, и поиграю разными. Так, а знаешь правило 4 на 2? На определение шансов на победу. Прикольная фишка, когда много столов рубишь. В смысле, 4 на 2. Нет, правило 4-2, не знаю, что это такое. Первый раз слышу. Может, знаю, типа, может, просто название не знаю. Uh, Дама-дама, колл-3-бет при флоп. Там 4-бет. Uh, call флоп fold тёр. Ну да, можно было в теории так сыграть. Ну понимаешь, типа... Так ты выбиваешь и не даешь ему не ту, король... ту, ту, ту за короля купить. То есть он не должен был колить. Здесь мы колл, да? Можно было 3-бет сыграть. Uh... То есть ну, там как бы не особо обязательно ему было колоть. Проигрывать любой кармашки. Не говоря уже о сетах, которые у меня там могут быть. Навряд ли, конечно, но могут быть. Здесь одну колем. Да, там можно было, то есть не спугивать, да, то есть пустые руки какие-то, а по выходу туза короля можно было бы и посануть. У меня хорошая. С другой стороны, он пушит. Ну, поехали, короче, уже давай. Три блайнда свои сюда пристроим. К тому же мертвые блайнды лежат в банке. Может, какую-нибудь кармашку, типа пятерок, впоримся. О, еще один кол. Вот это плохо, конечно. Там и 10, у меня оба аута живы. Теперь только валет. Теперь десяткой валет. Этого все. Хуже всех выставляется. Ну ладно, не хуже всех. Выигрывает, естественно. Так. Там поздняя регистрация почти закончилась. Нам туда некуда реентриться. Баунти за двадцатку будем заходить, а что делать еще? Пол нажать можно вставать. Так. Да, двадцатку регаемся. Я же сегодня сказал, что будем подольше играть. Придется вот такую сессию подольше играть. 600 баксов призовой фонд в этот раз набрался. В хомке. Это По второму входу, да, и идет на первом месте. Нормально. Ноков уже набил. То есть два входа свои отбил, чувак. G-Energy в топе. Ребята, он вернулся. Он вернулся. Он снова в топе. 50 блайндов, 80 тысяч стек. Со второго входа. Я не знаю, мне что, там всякие турики за 3, за 4 регать, потому что, ну, сегодня прям... Правило 2-4 по количеству аутов. Ну, типа, если на терн... ну, если на терн, допустим, у тебя там 10 аутов, то э, 40% на победу на ривере, 20%. Это я знаю. Я просто именно не знал. Примерно. Это я знал, да. Ну а ничего, что у этого чела количество аутов на Терни Ривере, ну даже если 6, да, то есть у него 18 на победу против любой кармашки на весь стек. А против сетов у него только runner-runner, типа 2 две, две крести его спасало. Ну, правда, сетов у меня там не особо много. 4 бет колят. но, типа против сколько он там ставил? Line of 60 я ставил. По-моему, ему все равно не особо по шансам колоть. 6 аутов. Терн Ривер. И это еще, ну, не говоря о том, что у меня есть короли, есть тузы. Ну ладно, тузы, навряд ли я бы так сыграл. Я мог бы сыграть, наверное, тоже. Ну, короли те же самые. Против которого у него три аута. Будем снова за Джейнерджи болеть, видимо. В Хомке. Привет, грани. Давно еще тебя как-то в танках видел? Неожиданно увидел твой канал про покер. Можешь рассказать, как ты к этому пришел? Сори, если уже тысячу раз отвечал удачи. Ну я про покер знал давным-давно. Да, там в школе на фишке поигрывал, там даже как-то регался на старзах тоже, там турниров 5 сыграл, наверное, вот. И вот весной начали там друзьям в Реале поигрывать собираться, ну и я начал там интересоваться, как лучше играть, естественно, и там пересмотрел все стримы Семена Городецкого, да, когда они там ЕПТ комментили. Там, там, и стримы Семина, и Ларема нашел стримы. Ну, короче, началось все со стримов. Потом, ну, сам заново вспомнил АК. Зарегался еще на покерке, там, потому что Семина увидел покерок. Че, будем все туалетов вшатываться? Ганни, пароль три, 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 Так он ну позднее рега уже закончилась. Че, будем нацелены на король? Наверное, да? Поиграем с ним на стек. Надеюсь. Надеюсь нам не король валет. Понятно, там даже вообще короля нет. Можно было дать ему поблифовать, но я нацеливался именно на наличие короля. Потому что если я, я заколил бы. Не факт, что он продолжил бы. Король дама, туз дама. Бьют. Ну, выглядит как пас, наверное, да. Но с другой стороны у нас такой же стек. Будут там слабее что-то. Ну, я как бы понимал такое же, типа, окей, кол. Ну что там слабее будет, да? Что там слабее три улицы, Барлит? Я уже просто, ну, типа, вот это, эта раздача, это, типа, уже психи какие-то. Ну, серьезно, нельзя так делать. Просто, по сути, отдал стек нормальный. Ну, типа, можно там с 30 блайнда еще играть. Ладно, забейте. Сорян, так. Надо собраться. Больше не творить такой фигни. Ну, типа, я понимал всеми этими, что там пас. Блефы мы там частично блочили, какие-то, да, типа, где там Пиковые недоезды, стриты тоже блочили, там, 9. Ой, там, валет-король, что-то, 8 валет, хотя там не должно быть 8 валет скорее. Короче, мы Блефы сами блочили и ничего не били толком. У нас типа Супер Блеф кач, но при этом мы и Блефы блочим. Поэтому там пас спокойно на ривере. Просто здраво не оценил. Такой уже психанул, ладно, все. Больше не буду так делать, собрался и играю нормально. Но еще не все потеряно, еще поиграем. Турики за 21 сейчас просто это как там занесем, да, вот это все. И от, отмажемся, вот, отмажемся. Слово вспоминал, которое использует. Нельзя такие эти решения. В микротильте все забыли. Больше нет. Играем нормально. Так, это у нас за 5, да, мы сюда реентри делали. За 11 есть. За 20. Неплохой турик. Будем здесь пробовать. Больше пока не знаю, что регать. Если и регать, то какой-нибудь, типа... За 4.40 вон есть через полчаса. Баунти за 3, что-нибудь такое, типа. Реентриться мы, наверное, не будем в турик за 10. Прекрасно вообще. Нормально поделили. Правда, такой банк. Пофигу. Так, а турнир от тебя как к нему присоединиться Он уже, зак ну, поздняя рега уже закончилась. Там 97 человек осталось, он идет, я буду показывать. Когда что-нибудь... Ну, когда ближе уже к финалочке. Будет. А, блин, игнорщик доната, точно там донат был. Сори, братишка, сейчас увижу найдем. Просто не открыта эта панель. Не так часто на покерном канале донаты приходят. А, стоп, там... Там что, но бой задонатила я проигнорил пол полторашечка, да? Санёк еще полтинник. Грани, привет, покер стал обновляться, у меня пропал звук, не знаю, что это такое? Покер -старс обновился, у меня пропал Без понятия. Ну, из-за движка Авроры, наверное. Танек, я... Ну, типа, поищи на, фо на форумах. Блин, как я... <laughs> я взял и пропустил донат. А чё вы мне в чате не пишете? Обычно там, типа, донат, донат, был донат. Полчаса назад. А, ну я, наверное, отходил, да, в этот момент еще. Ну, бой, привет, Андрей Чатку, пусть тебе сопутствует удача. Но бой, спасибо огромное, сорян. Вообще, просто как так можно? Просто стример не тупой. Блин, ну бой, сори. Я надеюсь, ты еще здесь. Да, вот удача мне не помешает вообще. Просто вообще не помешает. Просто сори. Там что первый донат, что второй. Саньку, ребят, кто-то в чате подскажет, что у него Покерстарс обновился, пропал звук. Чем ему сделать? Пропал звук вообще, типа, вообще, в принципе, на компе или только в клиенте Старзов. Там надо этот движок выключать, причем он постоянно автоматом включается, там что-то надо какие-то процедуры проводить. Не выглядит как что-то хорошее, да? Это еще кол нажмет, мы в тривей поедем. Пока неплохо. Все еще неплохо. Все еще неплохо. Окей. Снова монетку выиграл. Да ну. Так. Бро, даров, а че в мастерсе не играешь за 25? Я тебе место на финалке забронил. Я уже оттуда вылетел, реентри там нет. Если коротко, там был такой сомнительный пот, на флопе, типа, ну, там уже на флоп мы вышли Блайндов 60 в банке, 70 было, чел ставит 40, я лын 100 с лишним. Ну, флоп какая-то хрень. У него туз король, у меня дамы. Я выставляю 70 на 30, ему. Король на Терне. Вот так вот. Оттуда я вылетел. 70 на 30. Я писал про донат пять раз. <laughs> Блин, сори. Так, ну бой, я говорю, я надеюсь, ты еще здесь. Ты услышал, что я прочел, увидел. Я не игнорщик. Санек, также не игнорщик, просто не увидел. Сори. Не надо, все писали. Блин, а как я так не увидел? Да, я открою эту панельку. Я говорю, просто на покерных стримах донаты не такая частая штука. И я просто, ну, не открываю эту панель с донатами. Как-то можно ее вот сюда вообще поместить. Как раз удобное место для нее. Да, вот так вот. Буду туда теперь помещать, чтобы не пропускать такое. Самое главное, в игре не получается отмазаться, да? Тупо но бой приходит и говорит, ну ладно, ладно. Вот тебе, вот тебе стример, отмазка 25 долларов. Вообще надо мне просто звук какой-то поставить побольше, чтобы она отображалась. Музыка играет еще и довольно тихо звук получается. У меня в мозгу сигнальчик, видимо, не срабатывает. Пятница зло, 97% против трех проиграл только что. Ну я, конечно, не так жестко, но тоже напроигрывался достаточно. Грани, когда я тебя увижу в хедзапе за финалкой? А, сложный довольно вопрос. Когда-нибудь. Когда-нибудь, наверное, увидишь. Так, все собрался? Собрался. Там и опять тоже прикольно было... Там воскресенье будет в 19.15 турик за 55 Bounty Builder Series. На Старзах, может, его поиграем. В воскресенье. Можно попробовать забрать пустые руки, типа даму какую-нибудь выбить. Тусхай навряд ли выбьем. Не, а ну, типа попадание в семерку. Я просто даму хотел выбить, а не с семеркой. Грань, если не хочешь объяснять свои действия, скажи, что нахера, оно тебе не надо. Ну, я просто не знаю, что именно объяснять. Но вообще, по-хорошему, да, мне надо чуть больше информации говорить. А, давай, буду пробовать. Ну, тут типа Open 3b Туз 5 пас. Все, достаточно сказал. После такого, там, мало что колется. Здесь 2-8 на опен скотов или баттона можно, в принципе, и пасовать. 7-2, 8-2, тем более на 2,5, тем более еще один кол. Не выглядит как что-то, где мы хотим поучаствовать. Где мы хотим блайнд свой задефить. То есть это -то понятно, да, там супер широкий, но это тоже другое. Беларусь? белорус нет. Я россиянин, просто живущий от Минске. Тустри тоже скотов открывать не будем. Тустри одном, ну, все тузы одномастные скотов мы открываем, а разномастные, начиная с каких-нибудь туз 7, туз 8, наверное. Туз 5, может быть. Так, да, в последнее время довольно мало мы играли в покер. Я сейчас с расписанием более-менее совладаю. И будет, конечно, получше. Анатолий Прок, спасибо большое. Если не сильно запарно, комментируй свое решение. Пожалуйста. Окей, буду стараться. Просто вот некоторые вещи там, могут для меня казаться очевидными. Или наоборот, некоторые вещи там, я не знаю решения, но я, когда я не знаю, я говорю, типа, блин, сложно, что тут делать? Спасибо, Анатолий, буду стараться. Побольше объяснений. Ну, туз дама мы, естественно, открываем. Здесь тоже с бата на король валет одномасный, естественно, открываем. Здесь тоже откроем, если перед нами никого не будет. А здесь сложнее флоп нам не особо подходит, да, конбетик не охотится ставить в такой флоп, чик будем часто получать. Вот здесь уже сильно интереснее, потому что валет пришел пиковый, можно поставить какую-нибудь большую, чтобы да, одной пики не давать реализовываться или добрать с нее. Ну и к тому же, если на большую будет какая-то агрессия, будет проще выкинуть сразу. Твиче качество намного лучше. Есть такое, да. Ну, здесь без позиции мы чекаем, да. Это то, что разбирали на предыдущей трене. То, что я часто там без позиции какие-то конбеты ставлю. В четверых, да, мы ничего не попали никуда. Поэтому спокойно чекаем. На ставку, наверное, будем сдаваться, потому что у нас что-то десятка крестовая, не особо хорошая карта, 4 вей, по-любому кто-то что-то лучше купил или... или потенциально может купить. там опять пас, тут два пас. Да, надо реально побольше. Я замечаю, там в танках то же самое, в принципе. ведь дама опять-таки не подходит немного нашему диапазону открытия мог бы флоп с позиции посмотреть это про какую раздачу просто еще понимать где где-то на батане что ли а 105 что ли ну 7 блайндов такое да то есть Трибетик колить, если ты про эту раздачу. Туз 5 наверное, не особо хочется. король дамы мы открываем с любой позиции на трибет. Сдаемся с любой позиции. Если у тебя не над, то 50 на 50, правильно я понял? Нет. 50 на 50 это когда ты выставляешься, допустим, ну не знаю, с король дамой против пятерок. У вас шансы 50 на 50 при флоп. Или там туз король против пятерок. Неважно. То есть, когда ты выставляешься с двумя картами, ну, даже чуть поменьше, с одномастными 50, с разномастными там 46 образно. Так. Чекаем. Открылись, получили два кола. И здесь тузы есть, и здесь тузы есть. Поэтому здесь все просто достаточно. Так, Анатолий Прок. Да, -да спасибо тебе огромное. Это про что ты? А, про комментирование. Тебе спасибо за донатик. Как по мне, туз-2, туз-3, туз-4, туз-5 лучше тех же туз-6, туз-7, туз-8, туз-9, так как они могут собрать стрит. Но, как правило, да, смотри, у тебя там туз-3. Что тебе дает стрит? 2-4-5. Вот ты поймал 2-4-5, что тебе по такому этому заплатит? Да, тебе надо, ну, чтобы оппоненты тоже во что-то попадали, чтобы ты их своим стритом выигрывал. Это уже немножко сложнее. А, чел пока что тайтовый, да, за, ну, за, такое количество раздач. Ну, на 3 бет, наверное, сдадимся с СБ. Что же этот за спиной? Непонятно, что он будет делать. Одно дело, ну, когда если бы я открылся с дамой и он 3 бетнул, там еще кол как бы можно поискать. А так, третьим не очень хочется. Вот, и с тем же, типа, туз-2, туз-3, ну, когда ты попадаешь в туза, тебе ты гораздо меньше бьешь. Ты с туз 2 попал или с туз 9? Вот как раз попал в туз 9, есть больше вероятность, что ты там какие-то туз 7, туз 6, туз 5 световые будешь бить. А слева почему то бэт не поставил? Давай посмотрим, где это опять-таки. В а, с король валет? я же объяснял ну, такой флоп 2-3-4, который нам вообще не подходит и часто ну, в, в, ну по-хорошему каждый раз, когда ты будешь такой ацбет ставить ты будешь получать чекрейзы на чекрейс придется посовать. А так можно чекнуть и там на терне купить короля или валета, что будет уже гораздо проще. На чекрейс тебе придется сдаваться, на чек ты можешь что-то себе купить. Многие многие понимают, что, да, типа, о, флоп агрессору не подходит, все, я чекрейз. И чекрейзы довольно часто встречаются. Чем выше лимиты, тем, тем больше чекрейзов. Здесь просто, я еще думал бы, да, если бы просто от этого рейс получил. Так, довольно просто. Антонио, футбольный клуб Спартак Москва. Опять-таки без позы мы чек. Так, а там Хомку уже в призах, да, люди? 62 человека, а в призах 71. Все просто пока что с этим челом. Здесь сложнее, он в троих, о, в двоих ставит полбанка, у нас гадшот всего лишь, да, без червей, поэтому, ну, есть смысл, наверное, пасануть. Потому что было бы хотя бы одна черва, там король или было бы больше смысла колить. Ну, естественно, валет приехал. Ну, ладно, это мы уже не знаем. Какой-нибудь на маленькую можно было бы кол нажать на 25%. С червой с одной можно было кол нажать. Ты лимпишь, кроме СБ? Нет. Грани, можешь рассказать или записать видео, диапазон открытия с разных позиций, или подкажи какое видео посмотреть? Надо бы, да, надо бы для большинства. Вот, ну, у меня видео было для новичков с терминами, мне также видео надо с какими-то там диапазонами открытия примерные, да, для игроков. Типа база, вот основы, как играть именно. С какой позиции что открывать. Надо купить там флабзилу, или, не знаю, платная, наверное, и сделать такой видос. То есть понятное дело, что я... Ага, уже перерыв. Понятное дело, что я типа новичок и сам могу вам что-то там не очень грамотно рассказать, показать, но все же это будет лучше, чем вот э, совсем новички, которые вообще даже не знают никакие диапазоны. Э, то есть я помню, чему там меня Ларрэ учил на первых тренингах, какие диапазоны он мне ставил. Я в принципе могу примерно такие же вам продемонстрировать. Э, то есть сделать видео по какой-нибудь тайтовой игре, потому что на микролимитах э, нитовые игроки э, уже будут плюсовать. То есть вот, чтобы тебе там на играя турниры за доллар, за два, за три играть в плюс, тебе достаточно просто не делать какой-то дичи, просто грамотно открываться да, без лишнего, не колить то, что не нужно колить, там не пушить всякую дичь, и будет уже плюсовая игра по сути. Так, мы быстро сегодня просто за три часа столько на вылетали, это пипец. Не знаю. Ну, э, по поводу того, что еще регать. Ну, какие-то такие супер дорогие турниры я не хочу играть. Типа за тридцатку вот там есть. Вот такое я не особо хочу играть. А вот прогрессив э, нокаут за 4.40, допустим, можно загрузить. Он стартует через 8 минут. Почти везде монетка, согласись, кроме нации, нет. Монетка это когда вот монетка, это 50 на 50, да, ты кинул, и типа, шансы одинаковые. Когда у тебя одна из сторон, не знаю, тяжелее на 70, ну, на там, на какие-нибудь 30%, это уже не совсем монетка. У тебя бутерброд с маслом, это же не монетка, да, вероятность того, что он упадет маслом вниз, гораздо больше. В жопу раз или доту 2, нормальный ник. А это разве не одно это? А. Так. Наш перерывчик, да, за 4.40 за Регу. Я сейчас играю три турнира. Пока что за 5, за 20 и за 11. Вот, пока тут стартовый стек, здесь чуть меньше стартового, здесь полтора стартовых. Вот еще через 7 минут за 4.40 подгружу. Сохрани раздачу АК с гадшотом на флопе, где ты пасанул на ставку, чтобы потом разобрать. Но ее довольно сложно разобрать. Да, то есть там же 3 way в, пост, постфлопе, пост наверное, можно. Просто ее хочешь разобрать, потому что там валет вышел. Выходит, допустим, туз. Да, и... Ну, ты как бы не особо рад будешь тузу. Потому что есть там туз-10, туз-дама, которым ты проигрываешь. То есть тебя интересует там король образно. И, или валет. Причем валет еще, ну, червовый натер не выйдет тоже, как бы. Без черви в руке сложновато. Кстати, на ютубе, ребят, кому не сложно, прожимайте лайки, пожалуйста. Буду благодарен. Да, что-то я вот смотрю, типа за последнее время мы категорически мало наиграли. Так, еще попытка. В покерок телефона играть можно? Можно. И что по выводам? Как в старзах по полвека происходит вывод? Нет, буквально там, ну, Тебе надо, чтобы сначала проверили, потом. Короче, как у меня было? Я нажал вывод 1000 долларов. У меня, оказывается, был аккаунт не верифицирован. Мне там дня 4-5 этот вывод висел. Потом отклонили, написали, верифицируй аккаунт. Я верифицировал, нажал вывод на скрил. Мне говорят, ты скрил еще не депал. Деп что-нибудь. Я там депнул микросумму какую-то, не помню уже. Нажал снова. Ну, дэпнул они пришли. Я тут же нажал вывод. И на следующий день, там или через день, уже пришли деньги. То есть теперь вот я, по идее, если выведу. Я, кстати, даже могу проверить. Давай, давай проверим. Я вот нажму касса. Нажму вывод. Наскрил, да? Давай, допустим, не знаю, 100 баксов выведу. Запрос на вывод отправлен. Посмотрим, когда. Получается, я сегодня это сделал в 9 вечера. Посмотрим, как выведут. Так, Анатолий, насчет новичка. В этом весь интерес. Ты на своем примере показываешь, что можно чего-то достичь. Спасибо большое за донат. Окей, буду стараться больше рассказывать. Какой табак куришь? Сейчас Дейлик. Э, Че я туда забил? А, must have uh, черная смородина, танш, uh, персиковый чай и дейлик. Uh, как они? Ментоловые леденцы. Получилось вкусненько в меру крепко, мягонько. Прям вообще четенько-четенько. На фанеле от вергбунта. Почему гг покерок, а не покерстарс? На покерстарс я тоже играю, как видишь. Показываю преимущественно гг покерок. Во-первых, у меня здесь есть аффилейт, ссылка, ну как видишь вон там он. Бонус за регистрацию, написано все это. Вот, и интерфейс покерка намного приятнее для просмотра стримов. Ну вообще для стримов, для внешнего вида. На старзах интерфейс мне никогда не нравился. Он устарел примерно лет на 100. Так, что у нас там в хомке происходит? В хомке осталось 53 человека. Вот, пока 2 доллара дают за победу. Ну, за вылет. За первое место 75 баксов. Так, а g не вы... G-Energy топ-3 идет, чтобы вы понимали. Так, здесь и залетим, естественно. То есть чел нажал комплит, пол доставил, мы ему изолейт. Изолейтим совсем хорошим, совсем плохим. Поставим конбетик небольшой, да, если получим кол, уже будем думать. Скорее всего, дальше продолжать ставить не будем. То есть он закомплитил и... И затем нажал кол моего изолейта, соответственно, там чуть получше, скорее всего, рука. О, это хорошая, прям это очень хорошая. Мы чекнули, купили восьмерку, и теперь стуза туза сможем нормально добрать. А, вопрос, сколько здесь ставить? Да, то есть он ставит 4 блайнда. Закрылись какие-то 6-7. С другой стороны, у него 6-7 не должно было быть в коле по флопу. Вот, поэтому мы этого не особо боимся. Там больше ничего не закрылось, по сути. Давай такую какую-нибудь поставим. С десятки даже добрали. Даже так. Обидно ему, конечно, ревере но... Ну. Нормально добрали. Я, конечно, туза нацеливался, я не думал, что десятка столько заплатят. Ну, здесь лимппит чел, мы пасуем 5 король. Если что, у меня никаких ограничений, там, сколько играть в Старзы, сколько по кирка нету. Допустим, вот э, у Семина, он амбассадор по кирка, у него по контракту есть ограничения, типа вот э, процент процент других румов, в которые он может играть, маленький. Или я не знаю, может ли он их вообще на стриме показывать. У меня никаких ограничений нет. Я хоть могу хоть целый стрим сделать там на старзах и показывать только старзы. Но мне это не особо нравится. Грань, ты в покер играешь еще, что ли? Лол, я сейчас подзамерз, когда тебя увидел. Смотрел тебя только в танках всегда. Да, в покер уже несколько месяцев. Рублюсь. границы скрыла, как выводить. Ну, после открытия туз-2 уже пасуем, так бы туз-2 открывали. А, разные способы есть. Есть разные обменки, там, best change, по-моему, смотришь разные обменники. Так, что-то прогружается у меня. Покерок прогрузился. А, обменники есть, можно там на всякие карты, на счета выводить. А, можно там в какой-нибудь Москве, например, можно даже обменки найти на кэш. Или на Gypsy Тим, там тоже есть челики, которые меняют. Вот, можно просто оставлять на скриле, там оплачивать что-нибудь в интернете, где скрил принимается. Неприятно, конечно, с королями, что санули. Плюс 9 с этой позиции можно и открыть. Здесь пас, естественно, когда открылись перед нами. Здесь много колов получили. Вот, потому что получили кол от батана Здесь без позы чекаем. Ну, попали бы, была бы какая-нибудь разная доска, типа там, не знаю, король 9-2. Тогда мы бы здесь заколили по второй паре. Так, уже, во-первых, он ставит большой, во-вторых, у нас не очень много шансов на победу. 3-4 с 8-8 многовато? Нет, как раз таки наоборот. Блайнд на блайнд это немножко другая игра. Здесь дамами, я думаю, просто кол нажмем на 3 бет. С 4 б там еще, ну, типа пуш или без позиции останемся, не очень хочется. Ой-ой-ой, Ну, вообще, понимаете, еще за спиной есть чел. Ну, здесь выглядит как пас, да. Кроли какие-нибудь я бы заколил. Дамами. Еще чел, который три есть тут пас. И посмотрим. Скороль, король, туз король. Ну, нормально бы поставил. Еще и дама вышла. Ну. Но... А, они стриты собрали. <свят> Тогда ладно. <свят> Я избежал траты 60 блайндов. Так-то по флопу касался, блин, как можно было бы. Даже при флоп, да, такой типа, блин, у них туз король, то есть у них 4 аута на двоих. Такой радостный был бы. Потом бац, им стриты доезжают. А, там турнир за 440, кстати, стартанул. Давай его поставим. Здесь все еще стартовый стек. Чуть больше. Если бы не билет от Рома, каким был бы был сейчас банкрол? Но изначально у нас было там 6 тысяч, да? Но был бы, наверное, в районе 5,5. Может, чуть побольше. Но вряд ли 500 баксов залил. Что меньше? Так, Грани регался, сейчас. Регался на покерке по твоей ссылке, который на Твиче указан, да? Не помню, чтобы промокод запрашивал. Ты говорил, что те, кто от тебя, они как-то отмечены по Но Я не уверен, что про все правильно сделал. Нет, отмечены те, кто играл, допустим, вот предыдущую хомку играли, где участвовали только, только те, кто от меня зареганы. Вот, и я их сам вручную помечал. Вот, если по ссылке зарегался, наверное, все правильно сделал. То ну, если именно по ссылке с Твича. Все должно быть ок. Было бы, чтобы выводить остальное не проблема, это да. Так. Баксы сверху это баунти? Да. Я думаю, на самом деле, что здесь делать. Наверное, 3 бетик будем делать. Blind F8 поставим. Говорю, давай тащи тут и ютуб. Приятненько. Да, вот 7,5 поставим. Да, обычно без позиции сайзинг чуть побольше выбираем. Потому что хотим чуть больше фолдов получить. Придется конбет ставить. Даже без позы. А, там full house был бы, да? Я не обратил внимания, сори. Так. Чат взорвался. Вот как поправлять, да, с full а, Так. Здесь блайндов 17, наверное. Все, 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 смотри, как чат взорвался. Я не увидел, да, у них стриты, там full house был. Так, здесь поставим блайндов 15 конбет. Здесь уже будем крупную ставить. <свес> 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 Как же взорвался чат. Но все равно там пас как бы правильный на 60 блайндов. Ладно, ладно, я не обратил внимания, что там на ривере вышло. Я увидел, что стрит лежит, а то, что спарилось, не увидел. Но опять-таки, какая разница, да? Ну, тут не важно, что было бы в итоге. Это я так уже э, начал рассуждать. Но по факту у тебя дамы, ты открылся, получил 3 бет и 4 бет пуш на 7 из блайндов. Сомнительно. То есть диапазон пуша после 3 бета ну, валеты там увидеть довольно сложно будет. Здесь можно просто колом сыграть, наверное. Восьмерками. То есть диапазон 3-бета узкий. Да? То есть, ну, там, конечно, могут быть блеф 3-беты, но диапазон 4-бет пуша это там туз-король, тузы, короли. Ну, опять-таки, тузы, короли, может быть, так не сыграют. Дамы мы блочим. Валеты, может быть, десятки уже вряд ли сыграют пуш, они скорее заколят после 3-бета. То есть там из того, что мы бьем, только валеты, может быть, проскочат. Тускароль король монетку а, с а, королями, тузами 80 на 20. Это если 1 на один играть. А там же еще мог три бетер, да, у него, ну, то есть он мог заколить. И, и повлететь у одного короля, у другого там туз король или тузы. И ты такой, окей, что мне здесь с дамами? Так, король дамы открываем. На агрессию сдадимся, если такова будет. Таковая. Пам-пам-пам. Две пары. Опять-таки без поза, да, мы не ставим канбеты. С учетом того, что Батон заколил Ну, в принципе, можно поставить, да, то есть он показал, что туза нет. Это тоже капнутый. Да? То, есть, то есть первый чек понятен, второй. Уже, то есть, с тузом он бы должен был ставить после двух чеков на флопе. в минусе или в плюсе за все все года? ну там не все года, там три месяца я играю в игру в эту, вот, но вообще да в плюсе примерно полторы тысячи долларов. опять-таки здесь примерно та же самая логика, то есть один на один три бет, да, вот если бы это просто три бетил, мы бы заколили. Тут колл опена, еще 3 бет большим сайзингом, мы без позы будем, ну там либо пушить, либо пасовать, но скорее пас. 20 блайндов, еще можно поиграть нормально с другими руками, другие раздачи. Логика такая. Играй свою игру, слушай, только Ларема скинул, забыл. Да нет, ну, мне же надо объяснять для зрителей, потому что, ну, зритель видит дамы и такой, типа, Андрей, почему ты скинул дамы? Дамы это, типа, очень хорошая рука, почему ты ее скинул? Я объясняю, почему... Должны защищать, да, мы практически все защищаем. Поймали две пары. Вот узон сам может поставить. Ну, тут уже будем чекать. Ну и чек-кол, да, девятки, конечно, могут быть потенциально, но там две пары 10-7 мы победили. Здесь не будем гадшот тащить. Тем более, ну даже пришла бы там десятку, у нас нижний стрит был плохой бы. Здесь я думаю, что можно просто запушить. Чел очень широко открывается. Поэтому можно просто два с половиной блайнда забрать. Девятки довольно хорошая для рестила. Учили кол, ну там может быть любой. А, ну там, там очень хорошая в этот раз. Но не для этой раздачи. Поймал короля, но толку от этого для него немного. Он реально за 87 раздач у него 50% пип. То есть он прям очень много мусорного заходит. Но в этот раз у него оказался туз король. <laughs> Блин, как назло. 8-9 опять-таки с Баттона, открываем. Этот чел не думает, что прям умеет рестилить нормально. Три бет можно заколить позиции, поиграть. У нас здесь гадшот, семерка, да, бэкдорный флеш, 18 блайндов, в банке 15. Есть смысл заколить. На самом деле за нокаут. То есть у него может быть какая-нибудь туз король, король дама, и у нас еще будет дополнительные ауты. Ну, туз 3, да. У нас аутов, дофига у нас 40% на победу, 22% на победу. Не та карта. Ну, типа 40% на победу, за ног. Это очень хорошо. Так, здесь после двух лимпов не будем ничего придумывать. Ну, то есть там такой уже банк был достаточно большой. Мне доставить 15 блайндов за банк в 50, еще и нокаут, Поэтому я не думаю, что там ошибка была с 8-9 заколить. Ну и как показало это, как показали цифры тоже. Опять-таки здесь я думаю, что пуш с валетами. Или кол 3 бета. Причем 3 бета довольно слабоватый. Мы будем в позе. Давай кол просто сыграем. По выходу дамы, короля, туза. Там уже будем думать. Может, валет еще поймаем. Может, сейчас еще два здесь пуша получим, еще окол. Но ну, здесь уже, наверное, придется ехать. Ну, были бы там дамы-короли и тузы, мы и так впоролись бы. Туз-король, туз-дама мы будем не дали купить. С другой стороны, можно было нажать и дать ему там поблифовать. Не думал ли ты сделать аккаунт без доната по покеру? Это не особо возможно. То есть в покере делают всякие, типа, марафоны, там, с 10 долларов раскручиваются, да, в микролимитах. Но это тоже не особо интересно. Это интересный контент, там, один-два стрима, и потом Наскучивает эта игра на 10 центовиках. Довольно скучная. По своему опыту просмотров говорю это. Ну, это вот как работает, да, типа вот с 9-9 я запушил, выиграл туз король. Молодец, правильно сыграл. Проиграл бы туз королю. Выиграй, конечно, какой пуш, 20 блайндов, 26 блайндов, ты чё, дурак? Ты зачем запушил, ясно же, блин, что у него туз король. Такой, понятненько. Понятненько. Пока хилимся, живем. не будем открываться, у нас в пип высокий горит, и дама 10 это такой, типа, низ ренджа, наверное, на МП. Поэтому такое можно пропустить. Чуть подтайтиться. Будем трибетить, естественно. Без позы, блайндов 7, поэтому поставим. Здесь тоже раздача интересная. <laughs> Что это за три блайда, вообще не особо понимаю. Ну, кол. понятно. Ну, типа, логичненько было, конечно. Там такая. Там уже решил кол до конца играть. И... Так, здесь тоже 3 бетим. Король 9 можно и открыться. Здесь мы же сами будем ставить. Крестовым тузом не страшно. Грань, привет, только подошел, как успехи сегодня лучше не спрашивать? Ну, такие себе успехи пока что. Ну, это ж покер тут, ты типа проигрываешь, проигрываешь, проигрываешь большинство. Достаточно потом один раз выиграть, и все эти проигрыши окупятся муль типаину без доната пусть с 11 поднимается но достаточно сложно будет То есть чтобы подниматься с 11 допустим на покерке без депозитного бонуса надо играть только турниры там по одному центу а ну как бы. Как бы это довольно долго. Да, то есть надо проходить лесенку сателлитов, потом 25-ка. оплачивать твой турнирный покеркет или рум? Я. Блин, надо за турниром-то еще следить, да? там Дженерджи еще где-то есть? Дженерджи топ-12 стек. 16 блайндов. 22 участника осталось. Скоро, кстати, финалочка будет. Скоро буду показывать. Надо за этим повнимательнее следить. турике, где я, кстати, с дамами в тузы впоролся, там, там выиграл раздачу. Уже пол стартовых стек, уже 50 блайндов там. Так что норм. Здесь даемся спокойно. Так, а сколько, кстати, в турике за 11 в призах? 935 человек, а сейчас

за крышечкой сбегать. 8 валет, естественно, не открываем. Из-за О, кстати, Купчина вижу. Топ-22. Идет в турике. Знакомые все ники, да? G-Energy, Купчина. Кто там больше? Там кто-то уже 6, 6, баксов почти ноков набил. Типа, почти 6 баксов ноками. А, вот еще. 22 человека осталось. 6-9 дефим. Ну и здесь, естественно, пасовать будем. Тоже простой пас. Особо комментить нечего, да. Здесь интересно. <дых> да, Запушим. Много мертвых денег лежит. Дел пока такой. Ну, раздач немного, но пока странный с дама. Понятненько. Это был турик за 440, туда, по-моему, нету реентри. Да, туда нету реентри, это за 4.40 был. Окей. Могли, могли бы, конечно, и выиграть там 100 плюс блайндов. Но что-то... Эту монетку мы должны были проиграть, видимо. Мощно. Довольно мощно, браток. Я просто смотрю, что еще можно добавить. Очень тайтовый чел, да, часто будем доминированы, типа дама-король, туз-дама, туз-валет. Поэтому валет-дама разные мы здесь построим. Здесь тоже, ну, типа мы заколем, поедем в тривей обязательно, потому что этот заколет. Даже так. не особо хочется. Так, я смотрю, смотрю может какие-нибудь турбинки зарегать. Можно вот Daily Turbo за 10 на 50 блайндов. Что, будем турбинку за 10 баксов подгружать? Давай, наверное, загрузим. Особо-то больше не вижу, что еще грузить. Опять-таки, если я тут поставлю какие-нибудь 4 блайнда, мы все равно от этого чела пасов не получим. Поэтому проще просто так сделать. Из позы чекнем. Ну, естественно, мы проиграем туз даме, туз валет, туз, с валет, с король, туз, Тут валет, тут дама, тут король. И дама 10. Но дама 10 мы блочим. Поэтому, я думаю, здесь сразу можно зарейзить. Ну, валет, король, конечно, еще какой-то есть, правильно. Посмотрим, что он будет делать на рейс. Дальше уже продолжим ставить. Он долго думал, значит, там не туз дама, не туз валет. Вероятность большая, может какой-нибудь туз слабее, типа туз 8, туз 9. Забрали. Вылетел из билдера за 11, там тоже такая себе раздача, даже показывать особо нечего. Да уж. Так, ну будем в этих туриках тащить. Три с половиной часа. Сегодня хотел, конечно, подольше поиграть, но особо нечего грузить такого. Завтра будем еще турик за 200 играть. Вот завтра подумаю, во сколько начать. Турик за 208. Ну, наверное, тоже часов в 6 начнем. Да, мы выкидывал, а валет кол, ну такое себе. Я там не кол, валет и я сам запушил. Есть большая разница между тем, что ты запушил, и ты заколил пуш. Если ты имеешь в виду ту раздачу, где я ту с даме проиграл. Я ее найду. Блин, что-то он каким-то сейзингом стрёмным открывается. Ну да, да. Валеты я сам запушил. Ну и опять, вот это ну, подтверждение этой теории в чате. Типа выиграл, молодец ну правильно сыграл, проиграл, неправильно сыграл. Но по сути-то я выставлялся выше. Я выставлялся 57 на 43. И плюс, помимо того, что ты выставляешься выше... Также есть, ну, еще и fold equity, да, ты можешь просто фолды получить и забрать там банк 15-17 блайндов. То есть я все сделал правильно. Просто, ну, типа, проиграл даже не монетку, а выставление выше. Не означает, что я неправильно сыграл. То есть, если бы он запушил 40 блайндов, и у меня был бы выбор кол или пас, это другое дело. Когда, типа, он ставит, там, 3 бетит 10 блайндов, и ты пушишь 40, это совершенно другое. Ну, там ситуации вообще разные. Предыдущие ситуации с дамами еще раз описываю. Я открываюсь. Чел 3 бетит, этот 4 бет пушит на 70 блайндов. Там одни диапазоны. Когда несколько челов открылись, этот за 3 10 блайндов, там ну, диапазон гораздо шире. Как видишь, у него туз дамы разномастные. Когда я скидывал дамы, там потенциально у чела, во-первых, я бы пошел в 3 вей, во-вторых, потенциально у чела были только туз король, тузы, короли, дамы, ну дамы мы блочили, то есть одна комба только, валеты, все, и выставляемся против этого мы плохо. Против этого диапазона там могут быть и десятки, и девятки, и туз валет, туз дама, туз король, те же самые, с которыми мы монетку. Туз десять могут быть, там, там могут быть три бет блефы. Ну да, 3 -3 бет, блеф три беты, вот. Поэтому с валетами все правильно сыграно. Хомку к Ларему пойдешь? Можно? Да, кстати, надо свою посмотреть. 18 человек. Там хомка у Ларема... Ладно, через 14 минут стартует только. За 10 центов. Типа можно. Заберем 5 баксов в Роботяк. Зарегался в хомку-клорему. Всем привет, как успехи, бро? Сегодня что-то не очень прям вкладывается. Ну, типа, в начале там вообще два раза выставились, напоролись на тузы, там, с дамами, там, с королями. Два раза, когда у нас тузы, тоже проиграли. Выставляясь выше, естественно. Ну и в целом можно так весь стрим описать. Там пару монеток сегодня нормально выиграли, в остальном было не очень. Турбинка за 10. Каким-нибудь... Будем пушить. Три Да, Какие-нибудь туздамы могут заколить. дамы есть, да. 9-10 тоже потенциально могут быть, но... У нас вариантов не особо много. флэш может заколить. Ну, с дама, как я и сказал. Ну, вот, вот так вот примерно можно описать сегодняшний день одной раздачей. Быстро для нас турбинка закончилась, это турбовылет. опять-таки, пушишь, угадываешь руку оппонента, да, туз дама, у него получается 6, не, какой, 5 аутов на победу, там примерно сколько, ну и там бэкдорный флэш, я не увидел цифры, сколько мы выставились на флопе, но по ощущениям это где-то типа там 70 на 30, наверное, короли в туздаму, когда чел даму поймал. Здесь можно было, конечно, зайти. Не особо хотелось третьим. Ну, так-то надо было дефить, возможно. Есть пас. После опена. Здесь тоже все понятно. У тебя был первоначальный деп, были ли еще депы, с каких турниров начинал? Депл я баксов 100, наверное. Ну, покерок когда покерок уже поставил, баксов 100, наверное. И да, по-моему, после этого еще Депл. Вот, турниры я играл там за доллар, за два, за три. То есть я даже за пять не играл. Крайне, ты не хочешь пару турниров недорогих сыграть в лузовом стиле? Что значит лузовый стиль? Сначала понять, что это значит. Значит, как раз посмотрю эту раздачу, сколько там процентом было. 76 на 23. Ну, то есть, если даже такое мы проигрываем, то... Токер самая честная игра из всех. Так точно. Насколько ты уже минус сегодня? Не знаю, если честно, не считал, но достаточно много. Мы проиграли турнир за 25, за 11, за 8, за 5. Ну, баксов 50, наверное. Если не больше. За 10. 5. Даже больше, наверное. Баксов 60-70. Мы только один турик там за. 5.50, да, я там в призы попал, и баунти у меня там был, ну там вообще копейки, типа. В остальных турнирах просто очень грустненько. Но ничего, значит, э, пускай лучше сегодня не везет, пускай завтра в турике за 200 везет. Я согласен, если вот сегодня меня будут так переезжать, а завтра в турнире за 200 я так буду всех переезжать. Мне устроит. Ну, здесь у нас еще все, все еще хороший стек пока что, да, я не сдаюсь. Еще, может, сегодня отмажемся. Весело, да? Вот в раздачу с королями посмотрели. Мне даже интересно, но ну, я то есть хочу скачать историю рук, открыть ХМ, посмотреть. Потому что, ну вот, если говорить только про покер, ой, про Старзы, то примерно вот так пока что. Но ну, это за последние 30 дней, да, тысяча рук, то есть выборка вообще не, небольшая. Но, тем не менее, разница, типа, так, 120 где-то блайндов, да, а так 350. То есть недобор 200 с лишним блайндов. Просто в два раза. Не больше. Довольно грустно выглядит. Когда ты такой, типа, должен выиграть. Ну, ну или там выставляешься чуть хуже, проигрываешь много. Или вот здесь, да, типа должен был выиграть много, проиграл много. Ну и все. Дальше, дальше. Шире, шире, шире. Этот разрыв. Так, тут тройки. В дамы. Чел тройку купил на Терне. Бывает. То есть это вот, ну, именно старзы. Я сейчас попробую скачать, посмотреть. Здесь вот сложно. Ну, то есть он, скорее всего... Качаю все. Уже не сложно. Просто этот будет пушить. Блин. Туз, конечно, плохая карта. Он Незолей ты будет с тузами делать, но мы кол. Ну, у него все равно, то есть мы купили вторую пару, но у него две пары это тузы и шестерки, там если yes, туз. У нас пары восьмер Ну, восьмерки-девятки. Мы все равно слабее. Там вообще ничего. Okay. Так, у нас как раз пока перерыв. Пока перерыв я. Качаю историю, добавлю. you um. Там интересно что там по графикам может конечно ну типа я пытаюсь сам себя обманывать и на самом деле просто я плохо играю так и все скачал Теперь все. Сейчас буду хэм открывать. Посмотрим, что там по графикам. Где можно посмотреть профит своей игры? Нигде, самому надо считать. Так. Сейчас дождемся импорта. Я пока пойду... Пойду на минутку. Открыл, конечно, график. Лучше бы не открывал. Очень занятный. Я такой думаю, ну, типа, может, мне кажется, да, что я там проигрываю. Типа. Ну, не совсем. Мягко говоря. Нормальный такой разрывчик пошел, да? Тут-то недобор уже побольше будет. 600 блайндов. Так, Волков, спасибо большое за донат. Андрюха, спасибо за турнир. Третий раз в призах сегодня, 14 -й. Поздравляю, да, там 10 человек. Один человек до финалки. Ну нормально, да, такой? Вжух, просто вниз вот эти последние сессии. Ой-ой-ой. Я такой, ну реально думаю, ну может быть мне кажется, да? Может на самом деле, ну не все так плохо? Да нет. Ну, там же еще, конечно, не учитывается, сколько раз я там напарываюсь на всякие тузы, да, то есть ЭВшка там вниз, просто, типа, ты там выставился дамы в тузы, например, ЭВшка, естественно, у тебя вниз будет. Так, в перерыве можешь показать, как скачать руки с покерка, Мария? Нажимаешь покеркрафт, тебя перекидывает на сайт покеркрафта, там выбираешь раздел турниры, выбираешь дату, галочками выбираешь, какие турниры ты хочешь скачать, ну или все, и нажимаешь кнопку «Показать», если у тебя там на русском, можешь русский язык сделать там в правом верхнем углу шестеренка настройки. Вот, и просто скачиваешь. Да, я не ожидал, что такой разрыв будет, если честно. Это вот, ну, называется, переапался слегка, вот это вот. Видите, подъем какой был резкий? Хотя даже здесь я умудрился. Но и все равно, потом дальше бжух. Просто на дно, на дно, Андрей. Выше, ниже, вообще пофигу, как ты выставляешься, просто на дно иди. Причем, ну, это такая, типа, небольшая выборка, вот, ну, типа, как какая-то рука именно. 20 тысяч, допустим, 20800, а сейчас три500 то есть, ну, буквально, там, меньше тысяч рук, за меньше тысячи. за меньше, чем 3000 рук у меня пошел разрыв, типа, ну, ну, типа, больше 300 блайндов, прикольно. просто прикольно. Реально в такие моменты кажется, что ну ты прям супер плохо играешь, может тебе не везет, ну не то что не везет, может ты ну реально ты плохо играешь. Да я себя обманываю на самом деле просто я там типа плохо играю. Так зачем я фолт нажимаю? Тут 4 четыре, не открывать будем. Вот, но нет. Играешь нормально. Так, что там? Все, еще два стола, да? А Дженерджи. Да, Дженерджи 13-м вылетел. 8 баксов получил. Сюда конбетик поставим. У нас есть гадшот. Да, не факт, что он будет рейзить. Конечно, зарейсил, мы заколем. Он размер рейза не очень правильный выбрал. Там, конечно, надо побольше рейзить было. Там самозон такой. <laughs> Погрустнело мне, конечно, когда я еще эту графику видел. Туз 5 тоже грустновато немножечко. Ну, тут ладно. Ну, просто прикольно, да, то, что... Выиграл бы. Говорят, сколько за ЛРМ Баунти дает? По идее, не сколько. Так, у нас финалочка. Хомки. Давай ее буду показывать. Пошла финалочка. Судя по всему, может уже вылет быть. Ну тут совсем коротыши. 5 блайндов, 5 блайндов, 7 блайндов, 7 блайндов, 6 блайндов. Чип-лидер Тихий Мо. Блин, надо добавить этот трек. Нравится. Если что, трек называется Аим Стреади. Аим. Вот. А и М. Поют 0936 и Буун. Бун. Бу Боонн. Кому там на Твиче интересно будет, если что. Так, ладно, я что-то залипать начинаю. Так, надо за финалочкой еще следить, комментировать. Не забывать. Здесь, пожалуй, мы... Три Не особо хочется кол играть. Этот чел довольно активно, да, культ. Но я хотел, конечно, побольше размер 3 -бета выбрать. Но в итоге получил два кола, и поэтому мало нам что в этой раздаче светит. Это... Не думаю, что мы сможем забрать. Надо думать, по каким ранаутам что-то ставить. М -м -м. Десятки там навряд ли есть. Да, то есть он может с какой-то карманкой, типа, так делать. Ну ладно, давай сдадимся. Ну, то есть рук слабее нашей. Сложно представить 3 бетпоте. Ну реально, что там, туз 9 какой-то будет, не знаю. Там туз дама, туз король какой-нибудь, который не стал 4 бетить Плюс все кармашки. Если там слабая кармашка, ее потенциально можно было бы вы выбить. Но опять-таки четверка это не, не особо тот ранаут. У меня план был чуть, ну, типа, дожить до ривера больше. И там уже что-нибудь изобразить по там, пиковой или бубовой. Так, у нас два вылета произошло. Я вообще не обратил внимания. Кто у нас там повылетал? У нас вылетел Паладий-26 uh, и ЛСТР. Sorry, ребят, что обделил вас вниманием. Вот, две раздачи подряд. Туз-9, 8 валет. Флэш. Две пары. Здесь Туз-Король, в Король что-то там 8, да? Два вылета подряд. Здесь пас. Открывали бы, конечно, 4-6 одномастные с баттона, но после открытия уже мы пасуем. Топ-7 человек сейчас за седьмое место дают э, 11 долларов, не считая баунти, да? Там минимум доллар 73 набили баунти, а как -то. вот этот вот молодой человек набил уже 12 баксов в баунти 12 баксов как бы. Здесь туз 10, туз а, но ну, я за нокаут поехал, там 4 блайнда. Ой-ой-ой, флеш рояль. Валету червового дай. Дай валету червового. Ну хотя бы просто черву. Понятно. Блин. Обидно. Ах. Так, у нас Адлин. Король валет, туз король. А, акуликов, посмотри, как ему прет, да? Ну, сейчас этот валета не поймает. Поймал. <свят> туз десятка. Спасает. Блин, ну реально, выставлялся туз король в валет король. Должен был сейчас еще ног делать, плюс бакс должен был быть. Ну, тут попытка номер два сейчас будет этого чела выиграть. Четыре блайнда не смог забрать. Ну, принкол этот будет широко делать, да. Я не особо хочу здесь по дну тащиться. Ибо типа, получится выиграть хорошо. Заберем и ног, и блайндов много. Понятно. Ой, хуже всех выставился просто. И крести нас доминируют. А почему. А что показывает креста? Почему у меня там показывалось кресто, когда, ну, типа, я проигрываю? Неправильно, почему-то отображалось. Ну ладно. Ну это такое, типа, не обязательно было сто с там, но спокойно можно было пасовать. Ну, Я, Конечно, не особо хотел там ту с королем, то с дамой увидеть. Ну, это, конечно, ну, типа такой уже my bet, как говорится. Так, опа. 9 валет. Ну, он, типа, любые две пушит, потому что тут коротыш. Ну, валета у обоих есть. Ой, еще креста пошла 30% на победу. Зелененькая. Жесть. Бедолага. Эспада. Тарян. Бывает. Спад занимает у нас седьмое место и уходит домой с 14,5 долларов. Что тут у нас по челу? 19 раздач, всего. Ну давай, наверное, посанем. Почему 3 бет такой жирный? Ну, там прям хорошая должна быть. Потому что, ну, чел такой, типа, если у меня хороший, значит 3 -бет большой. Если плохая, значит 3 -бет маленький. Там не зависит от позиции, да, что он в позе будет играть с этим челом вообще наплевать. Туз король. Король спасает. Короля я одного подблочил, то есть там осталось только два. Минус чел. Блин, я еще ни одного нока не сделал. Не то чтобы это прям важно на начальных этапах турнира, но хотелось бы, конечно, их и делать. Этому сложно будет кого-то пересидеть Но все возможно 6 человек осталось За шестое место Дают А, ну в принципе здесь написано, да 16 долларов Не считая баунти Если стэк в фишках сделать Прикольные значения, типа 800 тысяч, 900 тысяч А Что за турик, почему не было билета? Это, короче, смотри, я провожу сначала турнир по билетам для тех, кто от меня зарегался, они бесплатные, да, с призовым фондом 300 баксов. На следующей неделе я провожу турнир для всех подписчиков, он по паролю, но он за доллар, и я туда добавляю призовой фонд 200 долларов. То есть даже если там поучаствуют типа 100 человек, все равно призовой фонд будет большой. С забавочным призовым фондом для всех подписчиков. И это турнир именно такой по паролю за доллар 10. Призовой фонд получился 635 долларов. Если бы ну, просто они играли за доллар, то призовой фонд был бы 435 долларов. А, ну плюс еще награда за мое выбивание 20. Поэтому по факту 650. А, показывалась десятка крестов, и тогда у тебя стрит флеш был бы, понял, понял. Сразу не понял, а потом вы написали, и я как понял, как сообразил. Да, там 6, 7, 8, 9. Блин, жалко, у меня не туз 10. С Скрестый. Насколько у меня там на победу было? 20... 19% на победу. То есть у меня на победу было больше, чем у Туздамы. А, ну из-за лимпа, наверное. Ну, Колем, дальше посмотрим. Задумался он, типа, так обычно думают туз король, туз дама какие-то. На самом деле мне хочется заколить, потому что ставка слабенькая, да, это похоже на что-то не попавшее совсем. Не знаю, может я, конечно, ошибаюсь, но тут мы уже проигрываем. И тут фолдов не будет. То есть, чтобы вы понимали, что произошло, у меня, по сути, почти доска. То есть, две десятки, две пятерки четверка ну мне придется здесь допушивать проблема в том что фолдов там не будет практически но вариантов особо нет типа, не хочется такой банк банка давать там туз хай, скорее всего был там туз король туз дама вот у меня по сути была комбинация две десятки две пятерки и четверка кикер <laughs> вот такая у меня комба была надо было ему показать то есть там любая карта, вот типа у него, типа, там, не знаю, 7-8, он бы меня уже бил. Грани, спасибо за турнир. Седьмое место. Как? Сам не пойму. Поздравляю, Олег. 15 баксов. Нормально как бы. Ой, хорошо, что я здесь забрал, потому что, ну... Иначе вылетал бы. Так я просто вчитался там в его сайзинг и в то, что он до долго думал. он такой, типа, на, на флопе ставит, натерный такой, блин, у меня рука хорошая, но я в доску вообще не попал. Я такой, ну, поставлю 8 блайндов, скинь, пожалуйста. Вот так вот примерно это выглядело. Ну, хорошие игроки там по туска, я думаю, коле-либо. Да, Какие-то более-менее опытные. Проебался я, в телеге объява была или как узнавать о них? Да, в телеге была, они каждую пятницу, тут достаточно просто запомнить, что каждую пятницу какой-то турнир есть от меня. Просто каждую пятницу. Каждую пятницу, еще раз напомню, каждую пятницу. Есть в планах еще загрузка? Наверное, нет, время-то уже пол одиннадцатого. И, ну, я показывал график, как бы не особо нас это радует, да? Поэтому Поэтому как бы желание играть в покер подубавило сегодня. Так-то да, мне надо было, ну, а, ну, хотя я в телеге еще и писал заранее, что завтра хомка, все дела. Да, я все писал в телеге. То есть я вчера написал в 6 вечера, типа, что завтра будет турнир по паролю, напоминаю, пароль сообщу завтра днем, и в 5 часов вечера написал пароль. Блин, я кстати в честь 10к подписчиков ничего толком не сделал на канале. Я как раз в то время нифига не делал. Отдыхал. Из-за этого 10к подписчиков пропустили. Так, здесь все еще топ-6 идет. Да, тут два. Молодых человека по 4-7 блайнда. У Акулова стэк подубавился. Здесь уже новый чип лидер. Изначально, по-моему, вот этот молодой человек чип лидером выходил на финалку. Кстати, можно посмотреть, да, кто сколько выиграл. 370 баксов, между прочим, у Акулова. Тихимо. 50 баксов. Здесь 400 долларов. 40. Король-волец, король-дамо. Ну, шансов мало. Драун-дет. So, Здесь 0 еще призовых. Но это его, по сути, пятый турнир. Этого человека молодого. 4-4 круто разыгран. Да, по сути, там, ну, типа, просто повезло, что он скинул. То есть то, что, ну, прочитал я его поставки на терну по времени ставки и поставки, это понятно. Но по факту вот эта вот там десятка, она мне вообще как бы не в тему была. Пришла бы какая-нибудь шестерка, и то лучше было бы. У меня бы хотя бы было, типа, пара пятерок, пара четверок, да, я хотя бы туз хай бил, а так я даже туз не бью, не бил в этом случае. Так, стоп, у нас, а, ну вылет, это как раз тот произошел, Руслан у нас вылетел шестым, забрал 18 долларов с учетом баунти. Как проверку пройти покажи. Нажимаешь в лобби касса. Там тебя перекидывают в браузер. В браузере нажимаешь Моя информация слева. И там по списку проходишься и подтверждаешь все, что там надо, подтвердить. А так, ну, как бы есть поддержка. Каждую пятницу я в турнир, да, это. Каждую пятницу я в говно. Каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу. Это там что, камеди-клаб был, да, вроде песенка. Каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу я говно. Эх, было время, комедий клаб смешным казался. Ха! Туз король, туз тускар, король разные, в туз разные. Проиграл. Бывает. две пары, но толку от этих двух пар, да? Когда тут стрит. Еще стрит флеш дро. флеш рояль дро. Так, вылетает у нас Нейтан э, 174 пятым и забирает с собой 23 доллара 42 цента. За четвертое место уже дают 29.60. Что довольно хорошо. Прям флоп вообще кайфовый. Каев. Кайф. Здесь будем пробовать. Что-то ставить. Семь. Выиграл, да, не вылетел самый короткий стек был. Так, это у нас что, первая раздача, что ли, чел зашел? Да, давай трибетнем. Позе. Хорошо. Кстати, на Твиче 26к подписчиков, надо тоже что-то замутить. Ну, там на Твиче больше танковых подписчиков. Когда я начинал стримить покер, на Твиче было что-то типа в районе 25 тысяч подписчиков. Ну, конечно, может не столько, но примерно столько. Так, где тут аналитика? Статистика. Аналитика канала, да, я посмотрю. 30 дней. Октябрь, сентябрь, август. Давай, допустим, август. Фолловеры на 1300 прибавилось, сентябрь еще 1300, октябрь 300. Да, я в октябре почти не стримил, поэтому и фолловеров нет. Ну, то есть по по фактически прибавилось в районе типа 3000 подписчиков. На ютубе за то же время 10 тысяч подписчиков. Уже половиной тысяч подписчиков на канале. Вот если бы я, себя, конечно, еще в октябре активно стримил, я блин, добил. Ну ладно, все, я не планирую больше тильтовать. Но в прошлый раз тоже не планировал, так и не получилось. Но у меня есть план, скажем так. Я там продумывал идеи по поводу контента в танках. Точно так же попробую продумать в покере, насколько это возможно в покере что-то придумывать. Вот. По брейнштормлю сам себя. Посмотрим, что из этого выйдет. Грани звук пропадал, посмотри, что с микро. Да, вроде нормально все. Раз, два, три, раз, два, три. Не знаю, у меня не должно быть ничего отсоедин... отсо... не должно ничего отсоединяться, это да и т.п. На финалку выходил на стримах? На стримах нет, до стрима раза 4, наверное. Если не по твоей ссылке за Реган, могу играть за деньги на твоем турике. Вот который турнир за доллар вот такой, да, на нем могут играть все подписчики. То есть он специально для этого и сделал сделан для тех, кто там зарегался а раньше, не от меня. Здесь. Турики Лорема пятерки скинул стрит, поймал бы тут король десятки. Нормальный стек, кстати, да. То есть 273 место. Из 973 поздней регистрации еще час. Есть вероятность, что мы в этом турике сильно далеко куда-то, сильно надолго затянется, но как бы я буду рад. Хоть что-то выиграть. Будет обидно, конечно, просидеть здесь несколько часов и попасть только в призы, там 25 баксов каких-то выиграть. Да, то есть, по сути, ничего не отбить. Здесь желательно с ноками, там и т.д. и т.п., но размечтался я, конечно. Или вебка цвет? Может быть вебка пролагала немножко? Че вроде нормально. Так, стоп, я вылет пропустил, не на тот стол смотрел. Семь два. А, ну там самый короткий был, да? В семь король попал. Окей, опа. Тоже был чип-лидером. Но... Поймал, и тут спасает только король валет. Офигеть. По-моему, второй раз такая же тема, да? То есть выставляется ниже. Валет. Блин, жесть. Просто туда-сюда, туда-сюда весы. Все-таки Акулов выиграл. До этого 100 с королем проигрывал. Так, ну и все, у нас хедзап пошел в финалке, причем Акулов сильно доминирует. Вылетел у нас э, Васо Молодой на четвертом месте, забрал 34 доллара. Э, у него 5 баксов ноками было. 211 Уолл, вылетел третьим. И у него... Э, у него... Он забрал 51 доллар, потому что 11 баксов ноками было. Сейчас дают уже 55 баксов плюс нокауты. Вот за первое место 75 баксов. За Колем, да, тут лимп какой-то, да, этот чел сильно много лимпит. игра не фриролла для подписоты или только как от филейты. Те, которые бесплатные, только для тех, кто зарегался от меня. А для всех подписчиков я бесплатный не могу сделать. Ну, то есть я сделаю бесплатные, допустим, для подписчиков по паролю. Этот пароль тут же разлетится по всем пабликам, когда бесплатные турниры. Когда турнир за доллар, то есть особого, особого смысла там нету другим челикам заходить. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Челтус король импел. Что вы начинаете то блин не хотят просто так отдавать я думал что можно скотов открыть типа даму одно так уже не очень не очень хочется Ой-ой-ой, произошло. Акулов 120 баксов забрал, чтобы понять. 75 баксов э, за первое место и еще 45 баксов ноками в турнире за доллар. Поздравляю Акулова. Что там в последней раздаче было? 5-6. Что, не префлоп, что ли? А, ну что, он, видимо, вот в этой... Или где? В какой-то раздаче. А, вот, Туз 9 в четверке главная раздача была. Понятно. Турик от Играю за 10 центов. Поздравляю Акулова. Вот так вот выглядят у нас призы. 120 баксов, как бы. Not bad. Просто в два раза больше, чем второе место. Красиво, красиво. Поздравляю всех ребят, кто попал в призы. Ну, 20 блайндов мы не будем колить, даже за слегка повышенный ног. Фу, нормально так хомочка прошла. Блин, надо было заскринить. Я лобби не заскринил, блин. покеркрафте можно ли завершенные турнир давай это информация о турнире а, ну да вот здесь можно закрини заскринить По Скриню. скрин сделал, ну что потом выложить можно было, Я, в принципе сейчас могу выложить граннибот. Так, сколько получается шел турнир? Стартанул в 7. Сейчас почти 11. Достаточно быстро, довольно быстро прошел. так блин тут не в тему конечно Легу винул пост Блин, у меня что-то вообще даже ситуации, где можно какие-то там ноки еще набить, вообще нету, да? Кто-то уже по 50 баксов ноков набил, а кто-то я. Блин, три блайнда не особо хочется колить. Сделал довольно-то этого еще. Свалит. да, мы на 15 блендов заколил. Что, люди, что нокауты с людьми делают? Все сезоны Альфа посмотрел. Вообще классная комедия моего детства. Вроде да. я открою его по стеку, можно на самом деле запушить. Любые две можно пушить. Знает ли он, что я любые две пушу? Ты меня по стеку не кроешь, если что. Идти надо. Блин, ну оказалось хорошее там. Поймал пятерку, но типа у него на победу больше, чем у меня. Его очень много спасало. Ну еще и крест, да, все это. ГГ. Не, ну он нормально сыграл, типа, все правильно закончил. Просто там хорошее оказалось. Так-то любые две пушатся. Так, а почему у меня так много? А, я же... Тут же ребай есть, да? Да, я забыл, что здесь рибай, типа, если у тебя опускается стек меньше трех тысяч, можно ребается. Ее. Семь блайндов, еще живем. Ну, а сейчас верну обратно свой стек. Чем у меня там было 11 блайндов, по-моему, да? 12, что-то типа того. Сейчас вернем. Или не вернем. Ну все, наигрался. Стоп, а тут реентри еще есть, да? То есть даже если тебя выбивают, то можно так сделать. Окей. А до, до какого этого? Неограниченные до уровня блайндов 11, а сейчас 9 уровень. То есть тут как бы можно докупаться. Может, кстати, такую же тему сделать? Я ну, можно такую же тему сделать в турик за доллар. Например. Ну, мы кол должны здесь играть. Так. Здесь будем ли блефовать? Маленькой попробовать, понятно. Не получится. Так, сволочь БЛР, спасибо за донат. Старуха задолбал, с уважением, залил 300 зеленых. Как пройти проверку, если там все на английском? Я немецкий учил, брат, если можешь, скажи, обнял. Так, Нажимаешь касса. И там все на русском. Ну, по крайней мере, у меня все на русском. Ты вот смотри, нажимаешь касса. Если у тебя что-то на английском, там в правом верхнем углу такой значок планеты нарисован. Ты выбираешь там не английский, а русский. И все. Нажимаешь моя информация. И там все написано, что надо вести. Грань, спасибо за турик, запрыгнул в табличку на 19 -е. Ну, я делал такую табличку, чтобы она, например, квадратная была, потому что соцсети любят квадратные таблицы. Ну, квадратные картинки. Адаптируют лучше их. Да, блин, вы что ли? Ну, хватит, дай три крести. Ну, ничего, я сейчас еще ребайнусь. За 10 центов-то. Шестерка, мое, да? Ха-ха-ха. Блин, ну с этими ребаями хочется просто каждую руку олынить Пока... А, ну все уже, по идее, скоро закончится лафа. Ну, придется пасовать. Так бы, конечно, за ног я бы погнал. Туз король там еще хорошая, как бы. Две пары, изи. Туз король пятерка спасает. 18% на победу появилось. Come on and play, cause I need a friend. Почему доната есть? Ну, просто задержка 3 минуты или что? Не понял. Да, вот наш стек 20 блайндовый. Ой, 20-тысячный стал 10-тысячным резко. Down. Down. Ну, короче, надо здесь как-то удваиваться. Я прям опять по дну плестись вообще не хочется. Сегодня такая сессия, что, блин, ну и нафиг. Сейчас еще с каким-нибудь картышом уйду на перерыв. Вообще не захочется доигрывать. Me alone. Конец сессии, когда тебе всю сессию не везло, довольно грустный всегда такой. Типа остается какой-то один турик, и ты блин. И чё, мне теперь вот играть еще его два часа, чтобы только в призы попасть? Грустновато всегда это. Я, в принципе, ну, был бы в состоянии еще много по поиграть турниров. Я готовился сегодня там до часу, до двух играть, допустим. Но в такой сессии, в таком ране не особо хочется. Да вот, ну, типа ты... Все важные алыны проигрываешь. Я на самом деле хочу вот так сделать. Ну, серьезно, типа, либо я удвоюсь, и у меня будет нормальный стек, хоть можно будет воевать. Либо я уже просто вылечу, и как бы закончится мои мучения. Значит, понимаю, что это не очень хорошо, но вот настроение именно такое. То есть, с... Не хочется с этим картышом сидеть миллион часов. О, еще, может, ног сделаю. Блин, он мне еще и флеши блочит. Издеваешься, что ли? Ну, если мы сейчас лыши соберем, это будет сильно. Валя дама спасает. Понятно. Ну, все, вот на, на этом закончили. Твое мучение. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. Я буду на этом заканчивать. Да, ну, вылетел вылетел. Не буду я это тянуть, эту резину. Вот, лучше завтра на завтра силы прибережем. Завтра в 6 часов примерно запускаю. 8 турик за 200 все анонсы увидите, узнаете. Вот, на телегу подписывайтесь, кто не подписан. Я пойду отдохну и буду копить ману на завтра. Просто реально буду всю удачу копить на завтра. Потому что сегодня настроение немножечко не то, чтобы тащить. Ну, как бы я показывал, да, вам. Я вам вот это вот показывал. Примерно вот, что там, я не знаю, где там, как выбрать today. Период времени, сегодня. А, ну стоп. А, сегодня это он... Как-то странно. Не, по идее, так не должно быть. Период вот времени. Ну давай пользовательский выберем.